подписаны и утверждены комиссией в ходе проведения отбора. Заявку вы сможете увидеть завтрашнего дня. Переходим к инструкции. Итак, для чего нам нужна инструкция? Инструкция – это некий справочник, настольный справочник участников отбора для того, чтобы было удобно заполнить, легко и удобно заполнить саму заявку участника отбора. Он у нас состоит из нескольких разделов. Первый раздел – это формирование заявки, в котором мы рассказываем, каким образом можно попасть на портал оказания мер финансовой государственной поддержки, какими способами туда можно попасть, можете изучить и посмотреть пошагово. Если вдруг у вас окажутся какие-то проблемы технические по входу на портал, предлагаем вам обратиться или в техподдержку самого портала, мы вам контактные данные в инструкции указали, или, соответственно, сможете обратиться к нам, к нашим операторам, которые вам покажут навигацию, как это можно сделать. Ну, по сути, можно зайти напрямую через портал, единый портал электронной системы электронного бюджета, или можно войти через портал госуслуг, или можно войти напрямую через promotebudget.gov. Далее, хочу обратить ваше внимание на разделы, которые у нас есть. Раздел о проекте, заявитель, план, бюджет, требования к участнику, данные получателя, приложения – это разделы нашей заявки. Мы именно в той последовательности, в которой у нас сформирована в электронном бюджете заявка, сформировали инструкцию. Для вас, для того, чтобы было удобно и эффективно заполнить заявку, мы разработали и инструкцию, и соответствующие сделали аналогичные подсказки в форме заявки в электронном бюджете, чтобы вам не приходилось работать с несколькими документами одновременно. Как у нас построена инструкция? Давайте посмотрим на примере о проекте. Раздел о проекте. Мы показали пошаговый алгоритм того, каким образом необходимо заполнять заявку. Как выглядит строка в электронном бюджете? В какой строке, если мы говорим, что это раздел о проекте, в строке наименования проекта, укажите наименование проекта согласно паспорту проекта, размещенному на интерактивной аналитической панели, это значит дашборде. Соответственно, в таком же формате мы вам показали заполнение каждой статьи, каждого веб-интерфейса формы заявки в системе электронный бюджет, для того, чтобы вы сразу могли с первого раза корректно заполнить свою заявку. Дальше. Мы для вас подготовили в том числе приложение к инструкции. Это рекомендации по тому, каким образом необходимо подготовить тот перечень документов, который у вас будет входить в состав заявки. И кроме этого, подготовили вам пример заполнения заявки. Входим с вами в список приложений, как будет выглядеть заполненная заявка участников отбора. Значит, мы разработали для вас пример на примере компании ООО «Ромашка». Заполнили заявку, чтобы вы визуально могли увидеть, что необходимо включить в заявку, в каком формате, с какими приложениями. Также мы для вас разработали чек-лист самопроверки для того, чтобы вам было удобно проверить себя, прежде чем отжать кнопку «Направить заявку», чтобы вы могли свериться, все ли документы вами приложены к заявке. Так, также у нас помимо этого… Самые сложные, в частности, скажем, финансовые документы, которые требуют своей подготовки и приложения к заявке, мы также заполнили в виде примерных форм. И сегодня наши коллеги вам подробно расскажут о тех особенностях, на которые нужно обратить внимание в ходе разработки и формирования этих документов. Это, коллеги, кратко о том, что такое инструкция и как с ней работать. Если будут возникать вопросы, вы можете к нам обращаться по номерам телефонов, которые у нас указаны на сайте, и наши операторы, наши коллеги или на электронный адрес направляйте запросы, наши коллеги оперативно будут их обрабатывать и отвечать на ваши вопросы.
Так, это все в части работы с инструкцией и с порталом. И слово предоставляю нашим коллегам Екатерине Лариной и Наталье Слуцкой, которые нам расскажут о требованиях к участникам отбора и какие документы необходимо предоставлять в случае необходимости по подтверждению данных требований. Спасибо. Чек самопроверки. Да, чек-ли самопроверки. Спасибо. Добрый день. Сегодня мы будем рассматривать чек-лист самопроверки. Начнем с первого пункта. Согласие на выполнение требований федерального закона номер 152 ФЗ. Для этого мы должны представить согласие, подписанное руководителем организации или лицом полномочным, и загрузить в формате PDF в состав заявки. Выписка из ЕГРЮ по пункту 2 формируется автоматически, ее представлять дополнительно не требуется. По пункту 3 копия устава участника отбора в действующую на дату подачи заявки редакции для налогового органа о регистрации, заверенную полномочным лицом участника отбора. Требуется представить заверенную копию, если устав многостраничный, соответственно, заверяется в конце нашивки, представляется, вначале устав распечатывается, отметка налогового органа, сшивается, заверяется либо руководителем организации, либо полномочным лицом. В случае заверения полномочным лицом, также вместе с уставом должна быть предоставлена доверенность. По пункту 4. Представление документа, подтверждающего полномочия лица, действующего от имени участника отбора. Представляется документ, подтверждающий избрание из наличного органа управления, например, решение общего собрания или решение единственного учредителя о избрании или о назначении органа управления, руководителя организации. В случае, если полномочия из наличного органа управления переданы управляющей организации компании, представляется протокол, соответствующий о передаче таких полномочий, договор о передаче полномочий единоличного органа и протокол об избрании единоличного органа непосредственно самой управляющей организации и копия устава, заверенная этой управляющей организацией. Далее, доверенность на право взаимодействия с оператором в рамках отбора от имени участника отбора. Сразу скажу, что доверенности можно не представлять по каждому полномочию, можно объединить эти полномочия в одной доверенности, этого будет достаточно для удовлетворения нашим требованиям. Доверенность, подтверждающая полномочия лица уполномоченного подписания договора, представляется в случае, если подписание договора о представлении гранта будет осуществляться не лицом, а являющимся личным органом управления. Если подписывать будет руководитель организации, то доверенность не требуется. Далее, документ об избрании коллегиального исполнительного органа, действующего от имени участника отбора, с указанием НН всех членов коллегиального исполнительного органа. Представляется выписка из протокола, либо решение уполномоченного органа участника отбора об избрании коллегиального исполнительного органа. Отдельно в формате справки в свободной форме представляется список всех членов коллегиального органа с указанием их ФИО и НН. Далее, документ о назначении главного бухгалтера. Представляется приказ о назначении главного бухгалтера в случае отсутствия должности главного бухгалтера, представляется соответствующая справка. По пункту 9. Документ, подтверждающий полномочия главного бухгалтера с указанием имени главного бухгалтера. Представляется либо трудовой договор, либо справка в свободной форме с указанием полномочий главного бухгалтера, подписанная руководителем организации. Справка может представляться в свободной форме. Далее, информационная карта участника отбора, заверенная подписью уполномоченного лица и печать организации на дату подачи заявки с указанием ФИО главного бухгалтера участника отбора. Так называемая карточка организации также представляется. По пункту 11. Выписка из реестра акционеров отбора в случае, если участник отбора является акционерным обществом на дату подачи заявки, прошу обратить внимание, с указанием акционеров юридических лиц, их ННН. Если акционер является иностранным юридическим лицом, наименование юридического лица и страны регистрации. По пункту 12 требуется также представить документы, подтверждающие, что акции публичных акционерных обществ, в том числе со статусом международной компании, обращаются на организованных торгах Российской Федерации.
По пункту 26 сразу скажу, это что касается устава разработчика и устава правообладателя, аналогичные требования, за исключением того, что устав представляется просто с отметки налогового органа. Его заверение не требуется, просто достаточно предоставить соответствующий устав против устава. Продолжите. Да. Добрый день, коллеги. Теперь перейдем к бухгалтерским документам. Пункт 13. Необходимо будет представить бухгалтерский баланс приложения, включая отчет о финансовых результатах. Бухгалтерский баланс предоставляется с приложениями за 3 года, предшествующих году подачи заявки, обязательно с отметкой налогового органа. То есть мы предоставляем бухгалтерский баланс за 2021, 2022, 2023 годы. Далее, 14 пункт. Расшифровка статей баланса по дебиторской и кредиторской задолженности с указанием срока возникновения данной задолженности. Здесь предоставляется развернутая кредиторская и дебиторская задолженность. Берите пример, как вы это делаете из пояснительной записки к балансу. Значит, данные справки нам нужны будут за текущий финансовый год и предшествующий год, то есть за 2024-2023 год. Далее, карточка счета 86, целевое финансирование. Но формируется карточка автоматически в программе 1С. Здесь также нам нужна будет данная карточка за текущий финансовый год и предшествующий. Анализ счета 86, целевое финансирование. Также документ формируется из 1С, предоставляется за 2023 год и за 2024. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86, целевое финансирование, также предоставляется за текущий финансовый год и календарный год, предшествующий году подачи заявки. Убедительная просьба, конечно, не скрывайте там все, не делайте их свернутыми, делайте лучше максимально развернутыми, чтобы у нас было меньше вопросов. И мы видели, что данная субсидия, на которую вы претендуете, на грант, что у вас уже нету дублирования и нет похожих субсидий, ну, похожих субсидий на данный проект. Карточка счета 76, расчеты с разными дебиторами и кредиторами. Также предоставляется за текущий финансовый год и предшествующий году подачи заявки. Справка налогового органа об исполнении обязанностей по уплате налогов на дату подачи. Справка формируется, можно сформировать, подать ее запрос через 1С, либо в личном кабинете на сайте ФНС. Справка налогового органа о наличии на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальда. Также формируется в личном кабинете налогоплательщика или через 1С. Справки. Перейдем к справкам об отсутствии дисквалификации. Значит, справка об отсутствии дисквалификации сведений о руководителе участника отбора. Видите, что на самом деле, если будет заведен руководитель, возможно, система проверит автоматически, у вас загорится зеленый шар, и данную справку не нужно будет предоставлять. Если же шар загорелся красный, то справка понадобится. Справка об отсутствии сведений о дисквалифицированных членов коллегиального исполнительного органа. Справка об отсутствии сведений о дисквалификации главного бухгалтера. И справка об отсутствии сведений о дисквалификации лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа. Везде есть пометка, что, возможно, данная проверка пройдет автоматически, и справки тогда не нужно будет предоставлять. Обращайте на это внимание, какой шар в электронном бюджете у вас загорится при заполнении заявки. Так, и также пункт 25 – это банковская гарантия или договор поручительства. Предоставляется в том случае, когда у нас совокупная выручка участника отбора за 3 года составляет менее 30% от суммы гранта. Если такое будет, и вам потребуются данные банковской гарантии или договор поручительства, ниже перечислены все документы, которые необходимо будет приложить. На практике
по проектам по внедрению такого не было. Но все равно обращайте на это внимание. Так, на этом все. Спасибо. Коллеги, хотела еще дополнить. Документы в отношении разработчика и правообладателя, они одинаковы. В случае, если разработчик и правообладатель одно лицо, можно представить один пакет документов, дублировать нет необходимости. Что касается устава разработчика, я уже сказала, представляется устав с отметкой налоговых органов. В случае изменений, внесенных в устав, представляется устав со всеми изменениями. Также аналогично выписка из реестра акционеров, как было уже сказано, в отношении участника отбора, также представляется в случае, если разработчик является акционерным обществом различного типа. Далее, хотелось бы отдельно акцентировать внимание на решение органов управления. Прошу открыть приложение. Нами разработан образец. Понятно, что корпоративные процедуры у каждой организации свои, но мы бы очень хотели видеть, чтобы участники отбора нам, помимо документов, которые я уже сказала, представляли следующие документы. Это решение. Можно оформлять как одним документом, можно отдельными решениями. Решение должно быть представлено от органа управления участника отбора. В зависимости от того, что указано в уставе, это может быть либо правление, либо совет директоров, либо общее собрание. Необходимо удостовериться, что соответствующие полномочия есть у органа управления и получить соответствующее решение. В решении необходимо указать, что проект, что участник отбора принимает участие в отборе и реализует проект с указанием полного наименования в соответствии с заявкой. Далее необходимо указать общую стоимость проекта, включая средства гранта с указанием их стоимости и процентного соотношения и сумму софинансирования. Далее по пункту 2 требуется указать период реализации проекта. По пункту 3 в случае привлечения собственных средств необходимо одобрение выделения финансирования на реализацию проекта за счет собственных средств с указанием соответствующей суммы. По пункту 4 и по пункту 5. По пункту 4 требуется решение об одобрении сделки по заключению договора с Российским фондом развития информационных технологий. Также в случае, если требуется подобное одобрение, указывается пункт, который указан в федеральном законе и в уставе. В случае, если одобрение сделки не требуется, представляет соответствующая справка с пояснениями. По пункту 4, по пункту 5. В случае, если привлекаются заемные средства, требуется решение о привлечении софинансирования, указывается юридическое лицо, которое является лицом, представляющим финансирование, также указывается пункт устава и указывается полное наименование сторон сделки, общая сумма, которая является суммой софинансирования по проекту. Очень важно, чтобы эти решения были своевременно подготовлены, потому что это составная часть документов, которые представляются совместной заявкой. Впоследствии их представление невозможно, поэтому хотелось бы, чтобы все участники понимали, что на корпоративные процедуры, на получение решения требуется некое количество времени, они закладывали и пытались все сделать своевременно. Спасибо, и все. Так, спасибо, коллеги. Позвольте предоставить слово Вячеславу Жирову. Он нам расскажет сегодня о требованиях к проекту. Открываем требования к нашему проекту, которые мы видим с вами на портале. Подробная информация. Дополнительная информация. Угу. Вот наши требования по проекту. Пожалуйста, Вячеслав. Да, коллеги, доброго дня. Надеюсь, информация на сегодняшний вебинар в целом будет вам очень полезен, разъяснит какие-то повисшие в воздухе вопросы. По итогам вчерашнего мероприятия возникло некоторое количество вопросов, касающихся того, кто может быть,
что может быть признано особо значимым проектом. И многие путают особо значимый проект и расценивают это как автоматическую визу в РФРИД на получение гранта. Здесь немножко хотелось бы развеять сомнения, потому что вы сначала становитесь, как было сказано коллегами перед этим, особо значимым проектом, признаетесь, подаете в протокол правительственной комиссии. Это можно делать как по линии ЦК, так и линии ЦКР. Но когда вы приходите за грантом в РФРИД, здесь вы выступаете в роли заказчика, который присутствует в связке с разработчиками в перечне особо значимых проектов. Просто и сегодня поступали звонки, вчера поступали вопросы после мероприятия касаемо этого, когда разработчик задает вопрос, может ли он подаваться на гранты РФРИД. Ответ: при наличии заказчика, заказчик с этим разработчиком в паре, будучи в перечне правительственной комиссии перечень особо значимых проектов, может подаваться на грант РФРИД заказчик. Это важно, потому что создается путаница, кто ОЗП, кто идет на грант. Итак, сегодня хотелось бы обсудить эту тему, то есть требования к участникам конкурсного отбора на предоставление гранта РФРИД для особо значимых проектов. Важным аспектом является, как было сказано выше, объем софинансирования проекта. Он должен составлять 50% от сметы реализации проекта, причем на каждом этапе. Средства должны предоставляться исключительно российскими юридическими лицами. Финансирование возможно как за счет собственных, так и за счет кредитных средств якорного заказчика. Проект должен состоять минимум из двух этапов, каждый длительностью от 3 до 9 месяцев. Они не должны прерываться, не должны накладываться друг на друга, то есть в каждом этапе включаются мероприятия и результаты этих мероприятий от даты до даты. То есть этап заканчивается, вы отчитываетесь результатами проведенной работы, отчитываетесь своими затратами, отчитываетесь с сутевой частью, что вы сделали, проводится экспертиза. Финансирование каждого этапа должно быть предусмотрено в соответствующей смете. Все данные должны быть сквозными во всех документах, не должно быть разночтений. Потому что такие проблемы были. В ФЭО одна история, в смете другая. В паспорте проекта написано третье. Смотрите, при заполнении будьте очень внимательны. Проект должен начинаться не ранее начала финансового года, в котором было принято решение о признании участника конкурса победителем, и не позднее, чем через 6 месяцев после подачи заявки. Предполагается, что у вас проект на низком старте, либо начался в этом году, и для возмещения средств, соответственно, при наличии раздельного учета вам коллеги объяснят, как это будет проходить. Срок реализации проекта составляет от 6 до 60 месяцев. Сроки должны быть реалистичными, они не должны быть завышенными, когда достаточно недорогой компактный проект, где доля внедрения достаточно там велика, и на разработку тратится там немного меньше, прописывают, перестраховываются на 5 лет. То есть, конечно же, верхний порог – это 5 лет, но эксперты будут внимательно смотреть на состав работ, на сложность этих работ и выносить адекватные решения по поводу того, насколько реалистично приведены данные. Опять же, в портфеле проекта нужно большое внимание, как было сказано выше, уделить финансово-экономическому обоснованию. Оно должно быть, опять же, прозрачным, биться со сметой, биться со всеми остальными документами по проекту. Внимательно при заполнении, не сломайте формулы в шаблоне, которые прописаны. Смотрите, как калькулируются финальные суммы. Они не должны разниться с теми итоговыми цифрами, которые вы прописываете в заявке.
проект должен соответствовать ключевым параметрам из перечня особо значимых проектов, за исключением сроков реализации общей стоимости, которые могут в меньшую сторону изменяться. То есть вы можете проект реализовать, условно говоря, в кавычках дешевле, быстрее, но по остальным аспектам все должно полностью биться. То есть увеличение стоимости, увеличение сроков реализации, такие различия с перечнем особо значимых проектов не допускаются. Проект должен обеспечивать доработку, это важно, и внедрение решения в промышленную эксплуатацию, потому что если вы приходите и называете коробочную версию, которая уже подается на рынке, существует, говорите, что это очень важно, всем и нужно, но, пожалуйста, просим на рынок за свой счет реализовывать, внедрять, а государству необходимы проекты, которых сейчас нет, которыми нужно срочно замещать ушедшие с рынка зарубежные решения для решения тактических, стратегических задач государства, промышленности и иных сфер экономики. На входе уровень готовности технологии решения должен быть не ниже 5-го, причем это в этом году смягченное такое условие, ранее это было не ниже 7-го. Проект должен, решение, IT-решение должно быть уже испытано в условиях, приближенных к реальным, то есть это не просто MVP, это такой MVP с плюсиком, который после доработок, описанных в вашем техническом задании, может обеспечить на выходе, на завершение проекта уровень готовности 9. Здесь без вариантов, это как бы целевое значение вашего проекта, обязательно абсолютно для всех решений, потому что на выходе мы от вас ждем решения, которые можно с легкостью масштабировать и тиражировать дальше либо в вашей отрасли, либо в иных отраслях. Решение также должно быть по итогу завершения проекта включено в решение реестра российских программ радиоэлектронной продукции. То есть оно пройдет дополнительную проверку всеми инстанциями на то, что это действительно российский продукт. Далее, исключительные права. Решение должно принадлежать разработчику, то есть права на решение должны принадлежать именно разработчику в течение 3 лет с окончания последнего этапа проекта. Согласно порядку ОЗП. Согласно порядку ОЗП. Да, согласно нашей конкурсной документации, решение в течение 3 лет не должно принадлежать... Не должно принадлежать заказчику. Да, заказчику, да. Именно участнику. То есть для чего это делается? Чтобы не было некого сговора и решение не было, так сказать, кастомизированным, не было такой in-house разработкой для одного предприятия. Для того, чтобы вот дальше разработчик либо правообладатель могли далее тиражировать, расти как IT-компания на славу нашей чудесной экономики. В уставном капитале российских юридических лиц, привлекаемых к реализации проекта, не должно быть прямого участия офшорных компаний, и доля косвенного участия не должна превышать 25%. Решение должно обладать подтвержденным потенциалом тиражирования и экспортным потенциалом. Такую домашнюю работу должен провести заявитель, предоставив, предположив теоретическое, например, количество лицензий, которые нужно отрасли, проработать этот вопрос с представителями отрасли, возможно, внутри ЦК, возможно, не только внутри ЦК, с предприятиями, и предоставить письма о намерениях, о готовности внедрять это решение в таком виде, в заявленном на других предприятиях.
Экспортный потенциал также рассчитывается. Какие-то разработчики уже идут с какими-то базовыми ядерными решениями за рубеж, обещают дорабатывать модули, выводить это на экспорт, и тоже могут быть подкованы определенными письмами о намерениях, либо просто просчитать какие-то базовые цифры, в каких странах есть какой объем рынка, какой объем подобных заявителю, заказчику компаний, которые могут у себя внедрить это решение. Еще важный момент. Разработчик решения не должен являться аффилированным лицом участника отбора. То есть заказчик и разработчик не аффилированы. Это делается для прозрачности, опять же, для того, чтобы деньги не перекладывались из кармана в карман, для того, чтобы не велась инхаус разработка, а был интерес у разработчиков расти вне этого заказчика, в сторону других отраслей, в сторону других игроков рынка. Также стоит отметить, что существуют приоритетные направления зарубежных, замещение зарубежных отраслевых решений. Это исследование на постоянной основе проводит AnopSkid, и выявлена определенная группа классов программного обеспечения, которые наиболее интересны сейчас для поддержки. Вы можете по ссылкам ознакомиться. В основном это промышленное тяжелое ПО для решения производственных задач, для задач промышленности, для исследовательских задач. Прошу вас ознакомиться самостоятельно. Список достаточно широкий, и не вижу большого смысла сейчас его здесь озвучивать. В целом у меня все. Если позже будут вопросы, рад буду ответить на них. Да, Вячеслав, спасибо большое. Уважаемые участники вебинара, хочу обратить внимание, что мы видим ваши вопросы, и мы уделим отдельно время по всем вашим вопросам по итогам сессии наших спикеров. Возможно, в ходе вебинара, в ходе выступления наших спикеров уже у вас могут сняться некоторые вопросы, поэтому в финале у вас будет возможность получить ответы на все ваши вопросы. Спасибо большое. Слово предоставляется Ольге Блиновой по требованиям к формированию сметы. Прошу, Ольга. Да, добрый день, коллеги. Единственное, можно я начну сначала с календарного плана? Да, конечно. Смотрите, у нас Ольга Блинова рассказывает про три блока. Это требования к формированию сметы, требования к формированию календарного плана и достижения результатов реализации проекта. Тогда, Ольга, в полное ваше распоряжение, вы нам даете отмашку, по каким файлам работаем. Мы вам да, коллеги, значит, первое, что хочу сказать, значит, календарный план, смета и плановые показатели, то есть теперь они у нас называются результаты предоставления гранта, все между собой взаимосвязаны. В ходе своего выступления я буду делать акцент, где конкретно идет эта связь. Прошу вас обращать на это внимание, потому что при подготовке этих трех документов, которые будут в составе самого соглашения, вам это поможет, ну, избежать каких-то неточностей. Также буду делать акцент на предыдущие ошибки, которые были совершены, ну, в избежании совершения этих ошибок вами. Итак, первый документ, с которого мы начнем, это календарный план. Это первый документ, который у нас также будет идти как в составе заявки, так и в составе самого договора. То есть сейчас на экране выведен у нас, да? Пример, да. Да, на экране выведен пример, который здесь приложен к инструкции. Да, здесь выведен пример, то есть вы можете с каждым примером ознакомиться, прочитать, посмотреть, насколько вам подходит или не подходит. Он общего характера, и, конечно, скорее всего, календарные планы, как сметы и показатели, будут у всех разные, но вам это поможет при проработки вашего документа. Итак, сейчас вы видите календарный план. Календарный план у нас состоит из нескольких блоков. Первый блок – это описание решения. Второй блок – это перечень документов. Также остановимся и посмотрим, что это за перечень документов. И уже непосредственно сам календарный план, то есть мероприятие и описание. Вернемся к пункту 1. Описание решения, внедрение которого осуществляется в рамках реализации проекта. На этот пункт
нужно обратить основное внимание, потому что здесь должно быть указано, первое, наименование решения, которое будет, будет внедрено на вашем предприятии. Также указать, является ли решение простым или составным. Для составного решения обязательно выписать ключевые компоненты этого составного решения. При описании составного решения сначала указать ключевые компоненты, и если есть какие-то неключевые компоненты дополнительно, их тут также надо описать здесь. То есть при описании составного решения необходимо полностью описать, из чего оно состоит. А здесь необходимо расписать наименование компонента, его характеристику, то есть ключевой, неключевой, как я сказала, ключевой вынести лучше на первый уровень, и описание самого компонента и перечень основных функциональных возможностей. Функциональных возможностей может быть очень много, вам рекомендую здесь обратить внимание на самое основное, для чего этот ключевой компонент нужен, какие задачи он решает, и в частности, какие задачи он будет решать уже непосредственно у заказчика при внедрении, у грантополучателя. Также, дальше, ниже, если мы спустимся, после описания решения, то есть если оно составное, описываем полностью, если оно не составное, а простое решение, просто даем описание этого простого решения и его функциональность. Дальше нужно обязательно указать, будет ли решение внедрено в промышленную эксплуатацию и где непосредственно оно будет осуществлять внедрение. То есть здесь описать бизнес-процессы, в которых будет это решение непосредственно внедрено. Это обязательные блоки к описанию. При отсутствии одного из них календарный план будет отправлен на доработку и будет здесь, соответственно, дано замечание. Дальше, ниже мы уже описываем, в каких бизнес-процессах будет производиться непосредственное решение, внедрение его будет осуществлено. И здесь же нужно указать, какую новую функциональность в рамках этого проекта будет это решение давать. То есть у вас идет не просто внедрение решения, а у вас идет внедрение решения через доработку. И вот эта доработка, вот этот кусочек, который будет вновь создан под какого-то грантополучателя, под его какие-то бизнес-процессы, необходимо обязательно указать. Это прям вот совсем основное, потому что чаще всего либо не указывают, либо указывают расплывчато, непонятно, где осуществляется внедрение, что конкретно будет нового, вот это вот дельта между было, стало, ее как правило, не указывают. Здесь обязательно она должна быть. Дальше, это что касается самого описания решения, какое оно есть, какое будет и где будет непосредственно внедрено. Дальше переходим ко второму разделу, где у нас уже идет детальный перечень мероприятий и в каких документах он изложен. Здесь приведены четыре основополагающих документа. Это техническое задание, которое содержит именно доработку или разработку каких-то отдельных частей, которые будут вновь созданы, и внедрение. Оно сейчас одно, поэтому оно у вас будет, скорее всего, одно с отдельными разделами на доработку, разработку и отдельно на внедрение какой-то из разделов. Дальше архитектура внедряемого решения, то, как она сейчас выглядит, функциональные требования, спецификации требований к самому решению, план тестирования и испытаний, соответственно, которые уже впоследствии будут применяться после внедрения этого решения. Обращаю ваше внимание, что вот эти четыре документа – это документы основополагающие. То есть они обязательно должны быть. Вам здесь не нужно ничего придумывать, взять за основу эти документы, в принципе, их разработать, доработать под ваш проект. Обязательно к указанию этих документов номер, дату этих документов и кем они утверждены, либо согласованы с двух сторон, с одной стороны, то есть оно может быть разработано и утверждено непосредственно заказчиком, там, генеральным директором какой-то компании, либо утверждено и согласовано с непосредственно заказчиком и уже с разработчиком, которые будут принимать в проекте определенные виды работ, да, именно доработку, разработку или чье решение будет внедряться. То есть вот здесь приведен перечень, придумывать ничего не нужно,
рекомендую вам взять его за основу. По формату, по содержанию, сколько листов должно быть, каких-то требований нет, но при подготовке этих документов они должны быть ясно изложены, понятно, структурировано, по шагам, соответственно, как у вас будет непосредственно идти уже сама разработка, доработка и внедрение. Обращаю внимание на техническое задание, потому что техническое задание пересекается уже непосредственно с календарным планом, с пунктом 3, к которому мы сейчас перейдем. Вот техническое задание должно иметь отражение в этом документе. Поэтому при подготовке, если оно у вас еще не готово, обратите внимание, что все мероприятия календарного плана должны будут именно пересекаться с техническим заданием. Прошу чуть ниже опустить. Сейчас мы переходим к третьему разделу, к основному разделу, по которому вы будете работать, по которому вы будете сдавать отчетность, по которому вы будете отчитываться. Как я уже сказала, что техническое задание, оно у вас будет пересекаться с календарным планом, и обратите внимание на, значит, колонку 2, описание мероприятий. Вот это описание мероприятий, оно у вас должно пересекаться с техническим заданием. В данном случае у вас идет этапность, каждый этап, как уже говорили коллеги, не менее 3 месяцев, не больше 9 месяцев. Пересекаться они должны быть последовательны. Один 31 августа, например, закончился, второй 1 сентября уже начался. Вот, поэтому, исходя из этого, структура календарного плана должна быть такая. Здесь появляется наименование конкретного этапа, то есть здесь вы должны для себя определить структуру, какие-то определенные виды работ, разделить их на подэтапы и в общем смысле их, так скажем, назвать. То есть у вас этап идет либо подготовительные этапы, либо этап уже непосредственно доработки, разработки, либо этап опытной эксплуатации, либо этап внедрения. Но обращаю внимание, что все виды работ и этапы должны быть последовательны, как они идут друг за другом. Значит, в описании мероприятий должны быть виды работ, которые будут четко, понятно, структурированно давать понять, на что этот этап направлен. В данном случае мы в виде примера вам привели подготовительные работы, то есть у вас здесь идет согласование, подписание договора, формируется рабочая группа, если у вас будет, как у заказчика, привлекаться свои собственные сотрудники. Дальше здесь же у вас согласуется устав проекта, план графика, дальнейшие действия и так далее. Обращаю ваше внимание, что, значит, при подготовке и согласовании договора, если на текущий момент времени, например, у вас сейчас идет стадия согласования этого договора, все работы договора должны соответствовать календарному плану. В случае, если вы по договору платите деньги, которые в календарном плане не заложены, в смете не заложены, об этом также при рассказе про смету тоже скажу, то эти работы будут считаться неработами по проекту, и денежные средства по ним платиться не будут. Поэтому при подготовке договора обратите внимание на свое техническое задание, календарный план, который вы сейчас делаете в составе конкурсной документации, и, соответственно, сметы. Вот эти 4 документа, они у вас должны между собой пересекаться и иметь общую логику. Ну, рекомендую вам работы, те, которые вы закладываете, также их и указывать в договоре, ну, как минимум, в вашем техническом задании. Итак, при описании мероприятий здесь указывается четкая последовательность структуры работ, которая выполняется в рамках конкретного этапа. Соответственно, накладывается это на техническое задание и на условия договора. В результате, в колонке 3, вы здесь описываете результат, который должен быть получен на основании какого-то мероприятия, которое вы закладываете. С учетом того, что работы, которые вы заложили в календарный план, должны быть отражены в техническом задании, то в результате также указываете, сделано, подписано, какие-то работы выполнены в соответствии с пунктами технического задания такого-то. Вот здесь вам рекомендую в результате, когда уже будет, например, 2, 3 и 4 этап, уже именно этапы разработки, доработки, внедрения, делать ссылки на пункты технического задания. Так просто
более легче будет понять, что все работы, которые вы запланировали в календарном плане, они действительно есть в техническом задании, и для вас это будет, так скажем, самопроверка, потому что чаще всего, когда не указывают ссылки на мероприятия, техническое задание может не совпадать с какими-то работами календарного плана, либо идет рассогласование двух документов. Такое тоже бывало, поэтому это... все уходит на доработку, и календарный план начинает перерабатываться под техническое задание, а техническое задание, как правило, уже может быть согласовано. Дальше. Прошу обратить внимание на колонку 4, подтверждающие документы. Здесь чаще всего допускают ошибки при указании неполного перечня документов. Первый документ – это, естественно, договор на оказание выполнения работ услуг. Как я уже сказала, он должен соответствовать календарному плану. То есть в договоре нужно указывать ровно те работы, за которые будет отвечать непосредственно разработчик или разработчики. То есть там сколько у вас их будет в рамках реализации этапа. Если разработчик у вас один, вы можете указать один договор в одном мероприятии, дальше просто указывать акты выполненных работ. Мы будем понимать, что договор на все виды работ один. Если вдруг работа, которую вы указали в описании мероприятия, выполняется только работниками заказчика, то есть получателем гранта, да, то эти виды работ, они у вас найдут отражение в функционале. Это когда мы до сметы дойдем, я вам также об этом расскажу. То есть, в первую очередь, договор на оказание работ и услуг, кем подписан двумя сторонами, соответственно, указываем разработчика и получателя гранта. Обязательно к указанию приложения этого договора, если договор на текущий момент времени не подписан, он у вас в проекте, вы знаете, какие будут приложения, вы их можете указать, но чтобы не раздувать, так скажем, календарный план, пишем договор с приложениями такими-то, и вы точно будете знать, что... при подготовке отчетности, сдаче ее на проверку, какие документы вам нужно будет нам, соответственно, предоставить. Обязательно в рамках выполнения работ по договору акт выполненных работ, подписанный, соответственно, с двух сторон, акт выполненных работ, акт приема, передачи лицензии, если это договор, соответственно, по лицензиям, у вас одна из мероприятий может быть передача лицензии, тогда указываем договор на передачу лицензии. Иногда бывает такая история, что заключается один договор, в котором входит и не передача лицензии, а там покупка, например, инфраструктуры, да, через разработчики и так далее. То есть может быть один договор на несколько видов услуг, но там это все должно быть прописано. Но лучше рекомендую делать отдельные договоры на каждый отдельный вид услуг, соответственно, не финансовые активы или работы. Обязательно к указанию платежные документы, это включают в себя счет-фактуру, платежное поручение, счет на оплату. Счет-фактура, соответственно, если это покупка лицензии, там, без НДС, он не указывается, поэтому указывайте через слэш к предоставлению или. То есть пишите платежные документы, расшифровывайте, что под этим платежным документом имеется в виду. Значит, там, где у вас выполняются работы своими силами, то есть сотрудниками предприятия, если такие будут, то там нужно будет, как в примере указано, указать приказ о создании рабочих групп. То есть четко мы будем понимать, какие люди, какое участие принимали, сколько были загружены, какой функционал выполняли. Приказ о создании рабочих групп, он будет пересекаться со сметой. Здесь также при мероприятиях уже технического характера, при разработке, доработке отдельных частей, отдельных функциональностей, в результате, где будет ссылка на техническое задание, в подтверждающих документах также указываем, если будут разработаны частные технические задания, то есть у вас есть верхнеуровневое техническое задание, которое дает нам общее представление о разработке того или иного модуля, части, функциональности, но она не дает детального представления о конкретной доработке. Здесь у вас уже будет частное техническое задание. Его, как подтверждающий документ, обязательно указывать. Программа, методика испытаний, протокол испытаний. Соответственно, если на одном из этапов у вас уже будет непосредственное испытание проводиться,
и там уже с последующим внедрением. Также здесь в указаниях, подтверждающих документах, в предположительно в последних этапах, в зависимости от того, сколько у вас их там, например, если их 6, 5, 6, когда у вас уже будет непосредственно проходить тестирование этого решения, уже последующий ввод в эксплуатацию, то здесь обязательно к указанию разработанное руководство администратора, руководство пользователя, все те документы, которые говорят нам о том, как впоследствии с внедренным решением работать. И как, соответственно, сотрудники уже будут с ним работать в дальнейшем. В случае, если у вас несколько документов по некоторым мероприятиям идентичны, то есть там первые три контрольные точки у вас закрываются одними и теми же документами, то колонку, подтверждающую документы, можно объединить в одну ячейку и прописать просто полный перечень этих документов. В принципе, чтобы не повторять их, чтобы не дублировать в каждой ячейке, можно эти ячейки схлопнуть и объединить. Значит, если у вас одним из мероприятий является поставка нефинансового актива, это могут быть как сервера, так и какие-то лицензии, в результатах обязательно писать, какое количество вы планируете к закупке. Не пишем не менее стальки-то. У вас в смете будет четкое количество. Вот это четкое количество должно у вас пересекаться с результатом. В случае несоответствия это отклонение на доработку. То есть если вы сметы установите покупку 10 лицензий, то значит в результате у вас должно быть 10 лицензий. Здесь также указывается договор, как я ранее сказала, акт прием-передачи, но чаще всего это универсальный передаточный документ. В данном случае. Поэтому можно через слэш указать либо тот, либо другой документ, либо товарная накладная, если это сервера и какие-то там, ну, какое-то железо, например, приобретаете, то указываем через слэш. Также платежный документ обязательно. На последнем этапе, когда у вас будет уже проходить опытная эксплуатация, обязательно указываем акт ввода в промышленную эксплуатацию. При проведении тестирований, где будут у вас указаны протоколы тестирования, там у вас должна быть комиссия. Комиссия утверждается также приказом. То есть везде, где будет проходить тестирование, у вас будут прописаны протоколы тестирования, то в соответствии с протоколом тестирования там подписывает комиссия. Комиссия каким-то документом утверждается. Рекомендуем этот документ указывать для того, чтобы сразу полный перечень документов для себя составить, и это будут те документы, которые вы будете уже четко знать, чтобы готовить к завершению этапа. Так, это что касается календарного плана. Так, по календарному плану основное сказала. Если вдруг при моем рассказе пока у вас сформировались какие-то вопросы, вы можете их фиксировать для того, чтобы я впоследствии вам на них ответила. Дальше у нас идет смета. Смета, как я и сказала, она у нас пересекается с календарным планом. Смета расходов, да. Спасибо. Здесь вы видите также заполненный образец. Это пример для того, чтобы вы визуально понимали, как она заполняется, что она из себя представляет, смета и все ее расшифровки. Значит, первое, что хочу сказать, как она пересекается с календарным планом. Вот это очень важно. Все работы, которые у вас отражены в календарном плане, они так или иначе должны быть отмечены. То есть те работы, которые в календарном плане есть, только они будут оплачены. За исключением нефинансовых активов. Нефинансовые активы вы как можете включать в календарный план, как вид работ, так и нет, потому что в календарном плане это именно виды работ, что непосредственно нужно сделать. Закупка лицензии, ее как отдельный вид работ можно не выделять, но в смете, соответственно, они будут отмечены, потому что лицензии у разработчиков по решению вы будете покупать. Итак, значит, виды работ календарного плана полностью у нас переносятся в смету. По расшифровкам сметы сразу тогда расскажу, где и как они у нас отражаются. Значит, смета у нас состоит из
4 статей. Это расходы на оплату труда работников, связанных с реализацией проекта. Обращаю ваше внимание, что это работники исключительно получателя гранта, с кем у РФРИТА будет заключено соглашение. Здесь не должно быть работников, площадок, каких-то юридических лиц, на которых дополнительно будет осуществляться внедрение работников-разработчиков. Это смета только получателя гранта. Соответственно, в расходы на оплату труда включаются работники, с которыми у получателя гранта заключены трудовые отношения посредством трудового договора. И вся заработная плата будет платиться по трудовому договору. Накладные расходы. К накладным расходам у нас относятся аренда и командировочные расходы. Расходы на оплату работ сторонних организаций – это как раз расходы, чаще всего это разработчик, который… Чаще всего это основная статья, которая бывает, ну, в 80% случаев это действительно основная статья и нефинансовые активы. Потому что нефинансовые активы – это уже закупка лицензии либо какого-то необходимого железа, а расходы на оплату сторонних организаций – это уже расходы непосредственно разработчиков или разработчиков, в зависимости от того, сколько вы привлечете, сколько у вас в протоколе будет разработчиков заявлено. Обращаю ваше внимание, что при расходах на оплату услуг сторонних организаций есть ограничения. То есть у вас есть статья, из которой за счет средств гранта, подчеркиваю, расходы на услуги по доработке и разработке не более 80% от суммы гранта на услуги внедрения доработанного решения и не более 50% от суммы гранта для государственных корпораций, компаний с госучастием, и не более 25% от суммы гранта для коммерческих компаний. То есть все, что в скобке при формировании сметы, обратите, пожалуйста, на это внимание, это как раз ограничение, что касается именно суммы предоставленного гранта. Значит, у нас расходы, как говорилось ранее, не менее 50% за счет средств софинансирования, и вот эти 50% должны выдерживаться каждый этап. То есть каждый этап у вас не менее 50%. Поэтому здесь вам рекомендую каждую статью делить на два источника. Например, зарплата, часть за счет средств гранта, часть за счет средств софинансирования. При экономии, например, у вас не вышли сотрудники на работу, отпускные, болезни или еще что-то, у вас экономия идет из двух источников, а если вы заработную плату сделаете только за счет средств софинансирования, при экономии заработной платы, когда у вас сотрудники будут в отпусках или в больничном, у вас будет падать доля софинансирования, что уже повлечет впоследствии неустойки. Это отдельная, так скажем, тема для обсуждения, тем не менее. Процент софинансирования каждый этап должен выдерживаться не менее 50% заявленного. Или если вдруг вы заявили свои средства 60%, например, такое тоже может быть, то не менее тогда 60%. То есть не менее того процента, который в смете вы для себя установите. Здесь также обращаю ваше внимание на ограничение накладные расходы не более 10% от общего размера сметы этапа. Обязательно каждый этап не более 10%. И расходы на инфраструктуру за счет средств гранта не более 30% от общего размера сметы. Это также все проверяется при проверке вашей сметы. Дальше, значит, что касается сметы. В смету включаются расходы, направленные исключительно на реализацию проекта. То есть в случае выявления расходов сметы, таких как командировочные, накладные расходы или работы, которые не относятся непосредственно к вашему проекту, то есть если вы поехали в командировку, вы должны в командировку поехать по проекту. Такие расходы будут из сметы исключаться или впоследствии признаваться нецелевыми. Если они признаются нецелевыми, это, соответственно, возврат нецелевых использованных средств и, опять же, неустойка. Значит, средства софинансирования не должны содержать какие-то расходы от вашей иной деятельности. Опять же, только по проекту. Расшифровки сметы должны соответствовать календарному плану, как я уже ранее сказала. Смета составляется по кассовому методу в разрезе каждого этапа проекта. Что это значит? У вас есть календарный план. Период календарного плана с 1 сентября по 31 декабря.
Вот в этот промежуток времени должны быть совершены все те платежи, которые вы зафиксировали в смете непосредственного конкретного этапа. То есть заработная плата, если вы ее запланировали в рамках первого этапа с 1 сентября по 31 декабря, за последний месяц должна быть выплачена не позднее последнего рабочего дня. Когда мы перейдем к расшифровкам, я вам, так скажем, скажу лайфхак, как с заработной платой можно немножечко переструктурировать. Это единственная статья, которая... так скажем, структуре изменения подлежит, ну, в рамках, соответственно, подготовки сметы. Если вы оплачиваете услуги разработчику, аванс и постоплата, то все работы должны быть приняты вами до окончания последнего рабочего дня. То есть разработчику и... как разработчику, так и закупка нефинансовых активов, должна оплата произойти не позднее последнего рабочего дня. Это означает кассовый метод. То есть все платежи у вас проходят в рамках тех календарных дней, на которые запланирован конкретный этап. И это, соответственно, к каждому этапу применяется. Дальше. Суммы в расшифровках должны содержать только два знака после запятой. Обращаю ваше на это внимание. И рекомендую при подготовке сметы все-таки потом ее на калькуляторе пересчитать, потому что при округлении потом вылазят копейки. При пересчете этих копеек, соответственно, может вылезти так, что у вас будет меньше 50% доли софинансирования. Не пойдет общая арифметика ни по столбцам, ни, соответственно, по строчкам. Значит, при пересчете сметы, там, где у вас... ну, нет расходов, не запланированы, да, то там указываете либо прочерк, либо какие-то нули. Это обязательно, чтобы вы понимали, что этой статьи у вас не будет. При пересчете доли софинансирования ее нужно проверить несколько раз. Вот если смета у нас составляется в Excel, вот тут рекомендую вам применить калькулятор, потому что Excel до 50 округляют, а при пересчете на калькуляторе может быть 49,99. Это недопустимо. Обязательно 50, 50,01 и так далее. Но 50 при пересчете на калькуляторе должно быть. Это что касается доли софинансирования. Дальше. Что касается сметы, у нас есть ограничения по статьям расходов. Это ГПХ. Нет, ГПХ не привлекаются. Платим только сотрудникам в соответствии с трудовыми договорами, которые вы с ними заключили. Не допускаются страхование, ДМС, компенсация при увольнении, выплата отпусков, временная нетрудоспособность. Очень много вопросов вызывало, почему это нельзя делать в рамках проекта. В рамках проекта оплачивается только непосредственный труд работника, чтобы мы могли оценить стоимость этого созданного решения, потому что отпускные, нетрудоспособности и так далее, они не дают понять полной картины, и, как правило, это раздутие сметы в плане затрат на конкретную разработку, доработку или внедрение и в целом по проекту. Оплата питания, мобильная связь запрещено. Также к запрету относится приобретение, строительство и ремонт объектов, в том числе производство неотделимых улучшений, недвижимости, зданий, помещений, иных объектов и так далее. Оплата научно- и опытно-конструкторских и аналитических исследований. Делаю на этом акцент, потому что есть работы. Как правило, разработка решения – это именно работы. А здесь речь идет об исследованиях. То, что не имеет за собой последующего какого-то результата или то, что может не привести к результату, это исследование. И в рамках, соответственно, проекта мы эту смету не включаем и не оплачиваем. Приобретение транспортных средств, страхование имущества, выставки, мероприятия, какие-то рекламные... маркетинговые и иные материалы, то, что не относится к реализации проекта, тоже запрещено. Также в рамках реализации проекта у вас будет банковское сопровождение. Вот услуги расчетно-кассового обслуживания в банке, соответственно, в рамках сметы тоже не оплачивается. Оплата услуг и получение сертификации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и иной сертификации, также, обращаю ваше внимание, тоже не оплачивается. Ну и какие-то иные
услуги, которые можно при анализе сделать вывод, что они не относятся к проекту. Также теперь пройдемся с вами по каждой отдельной расшифровке. Итак, как я сказала, у нас 4 статьи. Оплата труда, накладные расходы, расходы на оплату услуг сторонних организаций и приобретение нефинансовых активов. Можно вниз, да, попросить спуститься на первый вид расходов, это заработная плата. Заработная плата у нас состоит из 3 таблиц. Первая таблица – это расходы на оплату труда работников, связанных с реализацией проекта. Сюда включается заработная плата и НДФЛ. Ниже у нас идет расчет расходов на оплату страховых платежей. И третья табличка, если мы вниз чуть-чуть спустимся, это расшифровка должностей и функционала работников, связанных с реализацией проекта. Эта таблица, она связана с первой нашей табличкой, с расходами на оплату труда работников. Она не несет с собой денежный какой-то эквивалент, у нас денежные средства в первых 2 таблицах. Итак, если вернемся к первой. Здесь вы видите, что заработная плата составляется помесячно. То есть рабочая группа, которая вами запланирована, это ваши непосредственные сотрудники, участвующие в рамках проекта, им выплачивается заработная плата каждый месяц. Соответственно, создается приказ о создании рабочей группы. Он может быть как один на весь проект с разделами. Также вы можете приказ о создании рабочей группы поэтапно, так скажем, составлять для себя, если у вас будут привлекаться разные сотрудники. И в этом приказе рабочей группы вы уже устанавливаете непосредственный функционал, который они будут выполнять, и какой-то коэффициент загрузки. Исходя из первой таблицы, заработная плата формируется помесячно. Тот промежуток времени, который у вас отведен на этап с 1 сентября по 31 августа, ну, в данном случае с января по август у вас будет, да, 8 месяцев. С января по август, соответственно, это ваш первый этап. Вот в данном случае количество месяцев должно равняться количеству месяцев этапов календарного плана. За исключением, это тот лайфхак, о котором я говорила. У нас заработная плата с вами выплачивается 2 раза в месяц. Это, например, 10 числа и 25 числа. И, то есть август может быть разбит на 2 этапа. В данном случае мы не имеем права заставлять вас нарушать трудовое законодательство и оплачивать все в вторую часть августа в последний день этапа 31 августа. Вы вторую часть августа можете перенести как выплату, именно выплату по кассе, во второй этап. И в данном случае у вас будет написано август и в скобках аванс. В случае, если это аванс, сумма будет, например, если у вас аванс 50% от зарплаты, она будет поделена пополам, и вторая часть августа будет перенесена в следующий этап. Это вы как можете делать, там для себя определите. Можете, например, издать какой-то приказ, что в последний день этапа вы будете вот этим сотрудникам выплачивать заработную плату там, 31 августа. На ваше усмотрение, как вам удобно. Мы здесь вот, не выкручиваем руки, и как вы для себя примете систему оплаты в рамках проекта именно заработной платы, так и сделайте. В случае, если принимаете выплачивать в соответствии с вашим положением об оплате труда, то вторую часть последнего месяца переносите по смете в следующий этап. То есть у вас следующий этап начнется с августа, где будет написано вторая часть заработной платы. Например, так. Но пометку обязательно нужно будет в скобках сделать. Соответственно, здесь формируется заработная плата по группе в разрезе месяцев. Здесь устанавливается лимит заработной платы 350 тысяч рублей в рамках проекта. Из них за счет средств гранта 175 рублей, это в том числе НДФЛ. Вот эта заработная плата не содержит страховые взносы. Страховые взносы, соответственно, у нас в таблице ниже будут с вами отражены. Для того, при проверке заработной платы мы должны понимать, из чего ваша заработная плата каждый месяц сложилась. Для этого в рамках требований к смете, после того, как я закончу рассказывать про смету, мы вам покажем эти требования, и там будет таблица. В этой таблице отражены должности,
заработная плата каждый месяц и за конкретный этап. То есть это такая некая расшифровка, которая нам говорит, что январь 1 160 000 сложилось вот так. Столько-то должностей или людей мы привлекаем за такую-то заработную плату. Заработная плата у вас это может быть обоснована либо уже действующими трудовыми договорами, и вы знаете, кого вы привлечете, либо штатным расписанием, и у вас, например, формируется только рабочая группа, вы еще не знаете, сколько народу вы наберете и так далее, у вас там просто вакансии, и вы в поиске этих сотрудников для конкретного проекта. Поэтому у вас там будут вакансии, это тоже, в принципе, допустимо, но вакансии и ее штатная единица, заработная плата подтверждается штатным расписанием. Мы, как правило, запрашиваем только вот эту расшифровку. Обращаю, значит, здесь ваше еще раз внимание, что каждый месяц это на рабочую группу, она может привлекаться как полностью, так и не полностью, как отдельные, в отдельных месяцах конкретные люди, то есть вы можете ими, соответственно, тут перебрасывать сами. На ваш вопрос, допустима ли индексация, чаще всего такие вопросы задают. С учетом того, что здесь... так скажем, не установлена конкретная заработная плата под конкретную должность, то есть здесь просто лимит 350 тысяч в рамках планирования сметы. И когда у вас на следующий год произойдет какая-то индексация, вы вот эту заработную плату в месяц можете перераспределить по своему усмотрению. Но, опять же, в соответствии с трудовыми договорами, в соответствии с тем лимитом, который уже у вас здесь зашит, потому что за счет средств гранта больше денежных средств вам никто не даст. Если в случае у вас получается так, что при индексации, при, например, вы взяли нового сотрудника под новую вакансию и понимаете, что этому сотруднику нужно установить больше оклад, чем вы планировали раньше. Допускается привлечение дополнительных средств свыше лимита, но не в рамках планирования сметы, а уже при сдаче отчетности. И эти дополнительные денежные средства только за счет средств финансирования. То есть вы можете в рамках сдачи отчетности показать, что вы потратили не 900 тысяч, которые запланировали, а, например, 1 000 000. Но это только за счет средств финансирования. За лимит гранта выходить нельзя. Здесь еще обращаю ваше внимание. Здесь очень большую ошибку допускают графополучатели, что они планируют смету, исходя из конкретных выплат в конкретном месяце. Например, в январе выплата только аванса за январь, и, соответственно, аванс за январь попадает в январь, а заработная плата за январь попадает в февраль. Нет, это неверно. В данном случае таблица составляется по выплате заработной платы за конкретный месяц. То есть мы берем расчетную ведомость за январь, там две колонки – аванс и заработная плата, и третья колонка НДФЛ. Вот эти три суммы у вас будут составлять лимит за январь. То есть, обращаю ваше внимание, это не конкретные выплаты в конкретном месяце, а конкретные начисления в конкретном месяце. То есть за январь заработная плата вот такая, это за фактически отработанное время. Также обращаю ваше внимание, что больше 8 часов рабочего дня не оплачивается. В случае, если у вас необходимы дополнительные штатные единицы, например, запланировали вы 10, вам нужно 15, вы понимаете, что тот объем работы, который вы запланировали, невозможно. Это через изменение, через дополнительное соглашение. Нельзя человеку ставить больше 8 часов. То есть здесь оплата в соответствии с трудовым законодательством. 8 часов рабочий день. Если у вас стоит, человек привлекается на проект 50%, а 50% выполняет свою основную работу, он может быть вами привлечен в качестве 100% участия по двум ролям, потому что он должен закрыть одну роль и, соответственно, функционал по другой роли. В данном случае у него будет 8 часов, и он получит оплату за ту и другую роль. В случае, если человек привлекается не на полную ставку, часы в табеле будут ставиться пропорционально. То есть если это 50%, там 0,5 ставки по проекту, то это 4 часа. Если меньше, то это 2 или 3 часа. Если больше, там 6 и так далее. То есть исходим из 8-часового рабочего дня. В случае, если у вас один человек заболел и так далее, то тут нужно будет там оформлять какое-то замещение. Но опять же, акцент на то, что при планировании сметы не более 8 рабочих часов. Это
как бы мы не запрашиваем табеля и так далее, да, мы просто смотрим заработную плату в месяц, но чтобы вы потом не попали в какую-то глупую ситуацию, где вы запланировали больше 8 часов, то тут сразу имейте в виду, что план должен исходить из этого. Так. Дальше, что касается, значит, страховых взносов. Чуть-чуть ниже можно опустить? Много? Нет. Стоп. Отлично. Да, здесь у нас одна строчка, страховые взносы. Здесь в комментариях прописываете для себя, какую ставку вы применяете. Вот в данном случае мы вам привели примеры ИНП 30% свыше предельной базы 15,1%. И несчастные случаи – это 0,2%. То есть та ставка, которая у вас применяется на предприятии, вы ее здесь полностью прописываете. Прописываете предельную ставку, которая будет после достижения предельных баз, и рассчитываете сумму страховых взносов путем умножения общей верхнеуровневой суммы по всем месяцам на вот эту вот ставку. Страховые взносы по последнему месяцу также можно отнести в следующий этап. Если вы зарплату делите на два этапа последнего месяца, то страховые взносы делите точно так же. Здесь обращаю ваше внимание, что не рекомендуется указывать сами предельные базы, то есть они в этом году вот сейчас будут одними, в следующий год они будут другими, поэтому если мы на текущий момент не знаем, какие предельные базы будут в следующем году, то сейчас считаем, исходя из тех, которые у нас имеются, исходя из старых. Дальше у нас идет, чуть ниже опускаем, третья таблица, которая относится к заработной плате. Это уже таблица непосредственно расшифровка должностей и функционала. Здесь обращаю ваше внимание то, о чем я сказала раньше. Если календарный план, часть мероприятий выполняют свои сотрудники, то отражение результатов этого мероприятия и описание самого мероприятия у вас найдет отражение в колонке 3 функционал. Здесь полностью прописываете должность, то есть роль человека в проекте, что он будет выполнять и в рамках каких мероприятий. Колонка 4 нам как раз говорит о нумерации мероприятий, в рамках которых сотрудник будет привлечен. Обращаю ваше внимание, сколько указано вами ролей, в данном случае 5, столько сотрудников и привлекается. На одну роль не допускается несколько человек. Один человек, одна роль и его коэффициент участия. Вот в данном случае мы вам привели разные примеры, то есть вот руководитель проекта, вот он как полностью по проекту работает, он 100% времени своего отрабатывает, в табеле у него будет 8-часовой рабочий конкретный день. Архитектор проекта, он может работать как по проекту, так и не по проекту, в данном случае в примере он большую часть рабочего времени проводит, соответственно, на проекте 70%, это 70% от 8-часового рабочего дня. И так далее. То есть тут подчеркиваю, что сколько людей, сколько должностей, столько людей вами привлекаются. Этот анализ вы можете уже сейчас продумать сами. Функционал здесь нужно прописать более четко, чтобы можно было сопоставить с мероприятиями календарного плана и при отражении номеров календарного плана, то есть, например, 1-2-1-3 – это то мероприятие, в рамках которого конкретная должность, конкретный человек будет принимать участие. Вот описание его функционала должно коррелироваться с тем, какое мероприятие вы там для себя запланировали. Это что касается заработной платы. Самое основное. Очень большую ошибку здесь как раз допускают, что планируют какое-то количество должностей ролей, и под каждую конкретную должность роли планируют 10 человек. То есть на одну роль 10 человек. Это неправильно. В данном случае, если у вас будет 30 человек в рамках проекта, вы 30 ролей прописываете. Если эти роли между собой похожи, например, вы привлекаете 3 архитектора проекта, вы 3 архитектора проекта и прописываете. Если это 3 архитектора проекта, которые с разными коэффициентами, устанавливаете им разные коэффициенты. Если это 3 архитектора проекта, которые по 100% будут, соответственно, у вас привлекаться к проекту, 3 архитектора проекта по 100% участию здесь у вас будут.
очень большое внимание делаю на то, что включение в смету расходов административно-управленческого персонала, выполняющих текущий функционал рамок хозяйственной деятельности, не привлекается. Здесь исключением в соответствии с требованием подготовки сметы будет технический директор и IT-директор, потому что, как правило, это те сотрудники, которые как раз непосредственно большее участие в рамках проекта по разработке и внедрению и принимают. Все остальные – бухгалтера, заместители генеральных директоров, экономисты и так далее – они в рамках проекта, как административно-управленческий персонал, не привлекаются. Они будут из сметы вычеркнуты в случае, если вы туда кого-то запишете. Дальше. Что касается накладных расходов. Прошу чуть ниже, да. Накладные расходы у нас состоят из аренды и командировочных расходов. В 95% случаев проектов по внедрению аренды не бывает. Ну, мало ли, какая у вас будет аренда помещения для того, чтобы вы там осуществляли какую-то разработку. То есть в рамках Excel-сметы там приведен пример, и, в принципе, стоит формула, как она посчитана. Здесь мы не запрашиваем изначально, ну, то есть вы для себя прописываете помещение, которое вы, соответственно, арендуете, его предназначение, для чего оно вам в проекте нужно, чтобы подтвердить целевой характер. И дальше просто прописываете помещение, ставку и так далее. Но, как правило, при ставке арендной, когда вы отражаете, это уже договор, либо проект договора есть. Поэтому, если вдруг есть, рекомендуем вам его сразу просто подложить. Если вдруг нет, то это будет проверяться уже в рамках оплаты аренды помещений, если оно за счет средств гранта, если за счет средств финансирования, то только в рамках проверки отчетности. Вот. Здесь целевой характер будет подтверждаться, с какой целью используется этот объект. В случае, если будет подтвержден нецелевой характер объекта, к проекту не имеет никакого отношения, к которому вы будете арендовать эти расходы, либо будут исключены в рамках оплаты за счет средств гранта, либо исключены в рамках принятия отчетности за счет средств финансирования. Что касается командировок, здесь мы не запрашиваем каких-то документов и так далее, то есть все обоснованности командировок будут у вас проверяться в рамках уже непосредственных платежей, которые вы будете совершать. Командировки, если вы их планируете, они должны быть у вас, естественно, подтверждены, что это целевая командировка в рамках выполнения каких-то мероприятий календарного плана. Если у вас, например, объект внедрения будет несколько, они раскиданы по стране, так скажем, да, и вам необходимо будет перемещаться, то там нужно будет подтверждать, для чего, какая цель, как это с рамками проекта соотносится и так далее. То есть здесь вы можете некую сумму для себя заложить, но проверять уже будем ее по факту. Что касается командировочных расходов, здесь при формировании стоимости закладывайте стандартные цены. Это 700 рублей суточные за каждый день командировки. Это проезд, билеты, соответственно, и гостиница. Также в требованиях к составлению сметы есть исключения, какие дополнительные расходы мы не включаем в смету и исключаем. То есть уборка, химчистка, питание в ресторане, баре, посещение каких-то оздоровительных заведений, бассейн, спортзал и так далее. То есть это все исключается в обязательном порядке. Поэтому сюда при формировании относим проезд, непосредственное проживание и суточные за каждый день командировки. И переходим к основным расшифровкам. Это в большей части проектов, это основные расшифровки, как я уже говорила, это смета, которая у нас относится к расходам на оплату услуг сторонних организаций, как правило, это разработчик, и финансовые активы. Остановимся пока на оплате сторонних организаций. Значит, как я и говорила ранее, сумма расходов по доработке за счет средств гранта
выпускаются в размере 80% от общей суммы предоставленного гранта. Общая сумма расходов на оплату работ услуг по внедрению доработанного решения за счет средств гранта допускается не более 50% от суммы предоставленного гранта для госкорпораций и компаний с госучастием и 25% от суммы предоставленного гранта для коммерческих организаций. Я прошу вас обратить на это требование внимания при подготовке, потому что часть требований затирается, не обращаем внимания и так далее, и встаем в какие-то ошибки. Значит, наименование работ и услуг, которые вы видите в таблице, они должны соотноситься с календарным планом, за исключением тех мероприятий календарного плана, которые выполняют ваши сотрудники, и это уже отражается у них в функционале, в расшифровке заработной платы. То есть вот здесь вот четкая прослеживаемость, слово в слово должно быть с календарным планом, что те работы, которые мы запланированы, вот мы их в таком объеме и оплачиваем. И обращаю ваше внимание, что в наименовании работы услуг, например, в пункте 1, да, согласование и подписание договора на выполнение работ, формирование рабочей группы, в скобках дана характеристика этих работ. К чему эти работы относятся? К разработке или внедрению? Это для оценки объема работ, вот, к тем требованиям, которые я раньше озвучила, 80%, 50% и 25%. Да? То есть мы четко должны понимать, что вот эти работы, которые вы отнесли к разработке, они будут, естественно, сопоставлены с этим. То есть наименование работы, что вы отнесли к разработке, мы это сопоставим, проанализируем, правильно ли вы классифицировали. Вот. И обязательный пункт для указания именно расшифровок, разработка, доработка, внедрение, для того, чтобы понять, сколько вы потратили на тот или иной вид работ, соответственно. Здесь также вам рекомендую, как и говорила ранее, работая за счет двух источников. Мы заполнили с учетом, так скажем, разбивки по статьям, но вам рекомендую разбивать смету все-таки по двум источникам, для того, чтобы у вас была возможность маневрировать в случае, если это будет какая-то экономия, у вас не падает процент софинансирования. Значит, в комментариях необходимо указывать коммерческие предложения, на основании которых эта стоимость сформировалась. Их должно быть не менее 3. В случае, если у вас коммерческое предложение всего лишь одно, а может оно быть только в единственном случае, когда разработчиков с оказанием таких услуг на рынке нет. Соответственно, в этом случае вы пишете коммерческое предложение конкретного разработчика, номер, дату и так далее, и пишете обоснование, почему именно этот разработчик. То есть он оказывает только такие услуги, только его решение нам подходит, только такое решение хотим дорабатывать с учетом нашей специфики бизнеса и так далее. То есть тут должно быть четкое обоснование. В коммерческом предложении, реквизиты которого вы указали, вы его также нам предоставляете как обоснование, там должна быть ссылка на ваше техническое задание, которое будет, соответственно, вами выполняться. Потому что либо коммерческое задание должно содержать тот перечень работ, который соответствует календарному плану или техническому заданию. Оценка этих работ будет производиться на основании этого коммерческого задания, коммерческого предложения, прошу прощения. В случае, если в коммерческом предложении очень расплывчато указаны виды работ, мы не сможем соотнести их с техническим заданием и сделать вывод о том, что эти работы оценены правильно, что вот те работы, которые сметой заложены, они действительно у вас, так скажем, правильно с точки зрения коммерческого предложения будут оплачены. Поэтому коммерческое предложение должно быть составлено разработчиком подробно, либо подробное описание тех видов работ, которые вы себе закладываете в техническом задании, календарном плане, в смете, соответственно, либо со ссылкой на это техническое задание в случае, если оно у вас, например, будет утверждено с двух сторон. Такое, ну, тоже бывает. Дальше. Здесь виды работ должны быть указаны отдельно. Не допускается указание видов работ и их общая стоимость, например, в 12 миллионов. Да? То есть каждый вид работ должен быть осмечен. И этот отдельный вид работ должен соответствовать спецификации договора. Рекомендация вам разрабатывать спецификацию договора на основании той сметы, которую вы себе здесь установите. Потому что если в смете общая стоимость, а здесь вы пишете каждый
каждый вид работ с отдельной стоимостью, где превышение, где не превышение, действительно ли каждый вид работ столько стоит или не стоит, сделать вывод не представляется возможным. То есть договор сейчас мы не видим, мы видим только смету, и потом, когда вы будете нам давать договор, мы будем вам задавать вопрос, почему стоимость общая, а не отдельная разбивка в соответствии со сметой. Поэтому рекомендация, спецификацию к договору делать в соответствии со сметой, как вы ее для себя по стоимости здесь определили. Потому что стоимость это будет уходить из вашего коммерческого предложения. И это коммерческое предложение вы можете взять за основу в договор. Дальше, значит, к расходам на оплату работ услуг можно включать работы по разработке, доработке решений или его частей, по внедрению этого решения, установка, монтаж, настройка, пуск и наладка работ внедряемого решения, обучение, инструктаж работников, получателя гранта по работе с внедряемым решением, тоже допускается к включению в календарный план или смету, но подчеркиваю, обучение сотрудников получателя гранта только за счет средств софинансирования и только. Ну, какие-то иные работы непосредственно связаны с разработкой и внедрением, то есть на основании вашего технического задания также сюда относите. Запрещено включать расходы на услуги по сертификации в стек. Это мы исключили. Очень много разных вопросов здесь было, потому что оплачивание услуг в стек, как правило, это не короткий период, это очень долгий период по обратной связи от компании, которые, так скажем, у нас раньше уже участвовали, поэтому отдавать на стек целый какой-то этап мы не можем, а если у вас это одно из мероприятий, вы просто не успеете, у вас будет уже здесь нарушение календарного плана и сметы, поэтому это как бы добавлено как запрет на включение в статью. Значит, и еще одно очень важное требование здесь, в случае если получатель гранта привлекает к внедрению площадки, на которых будет осуществляться доработка и внедрение решения в рамках этого проекта. Эти площадки не имеют права получать прибыль от реализации проекта. В случае, если они у вас здесь будут указаны как в качестве привлекаемых подрядчиков, в этом случае по смете в договоре прибыль там должна быть исключена. Это будут проверяться непосредственно договором. Дальше. При заключении договоров на оказание услуг по разработке или внедрению, как я уже сказала, отдельные виды работы их стоимость предусмотрена в договоре. По каждой строчке у вас может быть отдельно. Может быть, вы заключите отдельно каждый договор на отдельную услугу. Ну, я вам рекомендую, исходя из практики, сделать один общий договор по всем видам работ, потому что отдельные виды работ, их постоянное заключение согласования вызывает, затрачивается большое количество времени, вызывает очень много вопросов, рисков, проблем и так далее, вы можете просто не успеть. Поэтому здесь рекомендую сделать отдельный один договор на отдельные виды работ, услуг, которые у вас сметы будут рассмечены. Также в случае, если у вас несколько разработчиков, такое может быть, что вы через решение президиума обозначите себе 2, 3, а может быть и 4 разработчика. Здесь в комментариях после каждого коммерческого предложения, если у вас, например, будет не обоснование, а именно приведено 3 коммерческих предложения, и одно из коммерческих предложений будет у вас основным, и это будет тот разработчик, с которым вы будете работать. Вот здесь в комментариях, в строчке ниже, в скобках можете обозначить, что выполняются работы конкретной компании, выполняются работы, например, за «Промашка». То есть 3 коммерческих предложения от разных компаний, но внизу указывайте, что конкретно принимается во внимание коммерческое предложение вот это, и выполняются работы будут вот этой компании, чтобы потом у вас не возникло вопросов с нашей стороны, какое же коммерческое предложение вы взяли за основу, потому что все разработчики, которые у вас здесь будут поименованы, они могут у вас быть поименованы все, а по факту будете работать только с одним, поэтому здесь это очень важно. Это что касается услуг. И у нас в смете осталась последняя таблица расходы на приобретение нефинансовых активов.
Мы можем взять, в принципе, перерыв. Я думаю, что смета сейчас закончим. Да? Нет, я имею в виду по следующему блоку. Так, здесь у нас осталась последняя, значит, таблица, которая у нас относится как раз к входам нефинансовых активов. К нефинансовым активам у нас относятся это приобретение решения программного обеспечения, иные какие-то нематериальные активы, которые связаны с реализацией проекта, комплектующие, оборудование, паки, все то, что будет связано непосредственно с внедряемым решением. Здесь сразу отмечу, что покупка лицензии за счет средств гранта запрещена. В случае приобретения лицензии внедряемого решения только за счет средств финансирования. Это сразу себе пометьте, потому что чаще всего это забывают и делают на этом большую ошибку. Также к расходам на приобретение нефинансовых активов относится инфраструктура. Как я и говорила, когда мы только начали рассматривать смету, что инфраструктура должна составлять не больше 30% от общего размера проекта за счет средств гранта. За счет средств финансирования инфраструктуру можете покупать в любом объеме. Ну, как правило, из практики больше 30% там и не бывает. Основные расходы – это расходы на услуги сторонних организаций. У нас в требованиях к смете четко приведено, что относится к инфраструктуре. Это серверное оборудование, например, там сети связи, создание, оснащение линейных сооружений и компьютерные места и так далее. Здесь обращаю ваше внимание. При формировании вот этой таблицы каждый нефинансовый актив должен быть отмечен отдельно. И, например, покупка лицензии такой-то, столько-то единиц, по такой-то, такая-то цена за единицу и деление на грант софинансирования. Лицензии в случае обязательно отдельно, это только софинансирование. И дальше каждые сервера, ну, какое-то серверное оборудование, система хранения данных и так далее, все это осмечивается отдельно каждым отдельным пунктом. Под каждый отдельный пункт указывается коммерческое предложение, ссылка на какой-то ресурс, на сайт, например, где мы сможем проверить эту цену, соответственно, из чего исходили вы при обосновании стоимости конкретно нефинансового актива. Значит, в нефинансовые активы не разрешено включать те активы, которые без характеристик. Например, вы можете написать мебель. Это может быть, имеется в виду мебель, серверные шкафы и так далее, для серверного оборудования. Может быть, имеется в виду мебель, столы, стулья и так далее. То есть не, тех нефинансовых активов, чьи характеристики непонятны, роль в проекте, для чего она нужна, непонятно, не включаем, либо расшифровываем. Например, серверное оборудование такое-то. У каждого серверного оборудования должны быть указаны характеристики. Потому что на момент планирования вы уже примерно понимаете, какие характеристики вам нужны. В случае, если вы характеристики для себя не определили, вы указываете не менее чего-то. Например, вы покупаете ноутбуки. Ноутбуки с характеристиками не менее такими-то, не менее такой-то памяти, не менее такого-то вида видеокарты, не менее таких-то видов интерфейса, диагонали и так далее. Если вы, например, еще не определились с покупкой. В случае, если с покупкой вы уже определились и уже примерно будете знать, что вы покупаете, вы закладываете четкие характеристики этого актива. Потому что если вы просто напишете серверное оборудование, мы точно не будем знать, какое серверное оборудование. Вы можете купить его как дешевле, так и дороже, либо стоимость потом будет по факту завышена. То есть здесь нужно обязательно указывать четкие характеристики приобретаемого нефинансового актива. То есть либо виды лицензии, либо четкие характеристики именно какого-то оборудования. К приобретению, очень важно, допускается только отечественные. Только отечественные и все на этом. Чтобы, так скажем, подтвердить, что оборудование отечественное, нужно предоставить выписку из реестра. Реестр Минцифры – это лицензии, реестр Минпромторга – это какое-то оборудование. В случае, если нет подтверждения, что это оборудование или решение находится в реестре, соответственно, оно не отечественного производства,
и в смету включено быть не может. Единственное, что покупка лицензий может быть включена без реестра, потому что вы можете дорабатывать решение и в последующем включить ее в реестр. Это у вас будет одно из обязательств. Вот в этом случае да. Если решение уже включено в реестр, вы здесь просто указываете коммерческое предложение, реестровую запись, обязательно, чтобы мы смогли проверить, что не финансовый актив отечественного производства. Так, здесь также, как я и говорила, что рекомендую планировать смету за счет двух источников, за счет средств гранта средств финансирования, за исключением лицензий. И в комментариях указывать не менее трех коммерческих предложений, либо коммерческое предложение и какой-то ресурс иной, то есть не менее трех источников, чтобы мы могли оценить стоимость конкретного оборудования, которое вы приобретаете, что оно не по завышенной цене. Это что касается нефинансовых активов. В целом со сметой я закончила. Попрошу сейчас открыть требования к смете. Коллеги, все, что я в принципе рассказывала, за исключением каких-то отдельных моментов, все вот в этом документе есть. То есть как составляется, как планировать, какие расходы куда относить. И если мы откроем самый последний лист этого документа, здесь есть таблица, про которую я говорила. То есть ежемесячная заработная плата в рамках конкретного месяца будет... Это рекомендуемый документ, чтобы вы ничего не изобретали. Он вам просто поможет сформировать обоснование стоимости конкретного месяца. То есть здесь указывается должность, сколько человек, по каждому конкретному месяцу его заработная плата. Причем заработная плата плюс-минус каждый месяц должна быть идентичная, потому что в рамках договора, если это следующий год, то в следующем году у вас может, например, вы можете сложить индексацию, но вы точно должны понимать, что трудовые договора нужно нам будет предоставить с новой заработной платой. Вот. Здесь, соответственно, заработная плата, в том числе НДФЛ, и отдельно страховые взносы. Еще обращаю ваше внимание, при составлении, при формировании заработной платы исходить только из условий трудового договора, потому что не принимаются в рамках выплат заработной платы премии разовые, ежемесячные, ежеквартальные, какие-то компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты, социальные выплаты. То есть принимаются только размер заработной платы, который может быть как из оклада, так и из какой-то премиальной части, но эта премиальная часть должна быть постоянной выплатой заработной платы, которая зафиксирована в трудовом договоре, является составной постоянной частью оплаты без указания условий их выплат в измеримом выражении. То есть это может быть какая-то сумма, например, оклад 100 тысяч и какая-то премия или компенсационная выплата 20 тысяч, либо процент от оклада 20%. Но это ежемесячная постоянная заработная плата. Это что касается сметы и основных ее моментов. И у нас остался еще один документ к рассмотрению. Также не менее важный, я думаю, что мы не очень много на него времени потратим. Это документ результата предоставления гранта на реализацию этапа. Он у нас состоит из двух частей. Каждую часть рассмотрим по отдельности. Здесь он также предзаполнен для того, чтобы вы понимали, что здесь основное, что дополнительное, что вам самим придется доработать. Таблица 1 – это достижение значений итоговых результатов предоставления гранта по итогам реализации проекта. Она у нас состоит из 5 основных значений. Внедряемое решение доработано, российское решение внедрено, то, что доработано, внедрено, российское решение введено в промэксплуатацию, достигнуто УГТ
9 и российское решение, внедрение которого осуществляется в рамках особо значимого проекта, включено в единый реестр российских программ. Значит, первые 4 показателя должны быть достигнуты по итогам последнего этапа. То есть на, заканчивается у вас последний этап 31 декабря 2025 года. Значит, на 31 декабря 2021 года все 4 первых показателя должны быть достигнуты. В случае, если решение, внедрение которого у вас осуществляется в реестр, не включено, то, соответственно, оно у вас будет в колонке «Плановые значения в течение срока мониторинга» и устанавливается конкретная дата. Дата – это год после окончания последнего этапа проекта. Соответственно, в случае, если решение у вас уже в реестр включено, и вы нам в рамках заявки все основные документы предоставили, то тут у вас будет просто неприменимо, потому что, соответственно, оно уже включено. Это 5 основных значений в соответствии с решением ГРБС, которые у вас должны быть достигнуты в соответствии с таблицей 1. Если перейти к таблице 2, нет, Сережа, вниз чуть-чуть, а? Здесь у нас появляются промежуточные значения результатов предоставления гранта по итогам каждого этапа проекта и после его завершения. То есть это та таблица, которая у нас пересекается с вами с календарным планом. Вот здесь вот очень внимательно. То есть для того, чтобы ее составить, нужно будет проанализировать все мероприятия, которые вы заложили в тот или иной этап. То есть по итогам первого этапа у вас есть перечень этих мероприятий. Если при анализе этих мероприятий вы понимаете, что будет достигнут какой-то показатель общий, вы его для себя здесь прописываете. То есть, во-первых, их должно быть не менее 3. Во-вторых, они могут быть нарастающим итогом. Здесь мы вам привели конкретные примеры. Например, количество созданных высокотехнологичных рабочих мест в рамках реализации проекта, на которых решение внедрено. То есть у вас по первому этапу идет предпроектное обследование, соответственно, ничего не будет. По второму этапу идет чисто доработка, но еще внедрение не произошло. По третьему этапу идет та же самая еще доработка. И на четвертом этапе начинается внедрение. И на четвертом этапе у вас уже появляются эти высокотехнологичные рабочие места, на которых произведено внедрение. Соответственно, у вас внедрение может происходить как уже начинаться оно может как после второго этапа, так после третьего, так и после четвертого. И в данном случае оно у вас может быть как на последнем этапе, этот показатель, так и в соответствии с каждыми этапами по чуть-чуть. Напоминаю, это в соответствии с календарным планом и нарастающим итогом. Здесь приведены показатели как образец. Вы при анализе своих отдельных мероприятий каждого этапа, своих бизнес-процессов определяете для себя свои собственные показатели, которые у вас могут быть достигнуты по итогам первого, второго, третьих этапов и так далее. Здесь очень важно провести именно анализ и сопоставить с календарным планом, техническим заданием и вообще той целью, на которую у вас нацелено будет это внедрение. Соответственно, еще раз повторюсь, не менее 3, может быть больше. Здесь вы для себя можете 4 и 5 указать наиболее значимых для вас каких-то плановых результатов. Обратите, пожалуйста, внимание на последнюю колонку. Плановые значения в течение срока мониторинга. Это год после окончания последнего этапа. Вот у вас всего 4 этапа. 4-й этап закончился, и следующий год у вас идет как год для достижения дополнительных значений этих этапов. У вас, например, 4 этапа произошло, внедрение, соответственно, вы осуществили. Но вы осуществили внедрение, например, только на каких-то, на какой-то части своих бизнес-процессов, которые вы запланировали в рамках проекта. Следующий год у вас идет уже адаптация этого решения и подключение еще дополнительных бизнес-процессов, на которых у вас будет также установлено это решение, которое внедрено. И тут у вас, соответственно, появляются еще дополнительные значения в течение этого года. То есть этот год, он показывает эффективность этого решения, для чего оно вам было нужно, как у вас этот год оно отработало, как оно оттестировалось, как оно в ваше бизнес
бизнес-процессы встроилась и так далее. То есть, поэтому обязательно устанавливаем показатели по итогам каждого этапа проекта и в течение года после окончания последнего этапа проекта. Для того, чтобы вам было легче, так скажем, подтверждать впоследствии достижения этих показателей, мы, соответственно, примеры, методики также для вас провели. Можно чуть ниже? То есть, если вы увидите, что по первым значениям итоговых результатов предоставления гранта, тут, в принципе, уже все прописано, и как образец здесь, и в документе тот, который не заполненный, там есть образцы, подтверждающие документов, что является методикой расчета по каждому показателю. В принципе, тут придумывать ничего не нужно, можно взять за основу и просто адаптировать под себя. Что касается второго пула, так скажем, значения результатов предоставления гранта, ниже чуть-чуть. Еще? Ага. Стоп. Вот здесь к нашим приведенным выше показателям приведена методика расчета как образец. Соответственно, это для вас будет служить образцом, как нужно привести методику в соответствии с вашими показателями, которые вы для себя выберете, как должен здесь производиться расчет. То есть первое, обязательно указываем результат. Второе, обязательно указываем методику расчета, как мы выходили на этот результат. И третье, чуть ниже, там будут у вас указаны подтверждающие документы. То есть та методика, которая выше у вас указана, в каких документах, соответственно, результат будет зафиксирован. В принципе, здесь достаточно подробно расписано, поэтому можете взять за основу и под себя адаптировать. Итак, если резюмируя, то первые показатели, 5 обязательных, они у вас в принципе уже прописаны, там ничего не нужно придумывать, просто взять за основу. Это те показатели, которые у вас установлены решением ГРБС, за исключением включения в реестр, потому что если решение в реестр включено, то там будет стоять неприменимо. И по таблице 2, это та таблица, которая у вас синхронизируется с вашими мероприятиями календарного плана и техническим заданием. То есть по итогам какого-то конкретного календарного этапа календарного плана вы должны для себя определить какие-то показатели, эффекты, на что внедренное решение у вас повлияет и какой эффект впоследствии вам окажут. Это что касается результатов предоставления гранта. У меня в этой части все. Спасибо, Ольга. Коллеги, всем спасибо большое. Мы бы хотели бы перейти к следующему нашему блоку. Это дискуссия, вопросы-ответы. Стараемся сейчас ответить на все вопросы, которые были у нас в чате. Там тоже надо вывести. Так, ты сейчас выведешь туда вопросы сейчас? Так, а на экран нельзя вывести? Сейчас выводим. Так, а можно я там поближе сяду, потому что плохо видно. Будет ли доступна запись? Запись будет доступна на нашем лендинге ozp.rfree.ru. Напишите, пожалуйста, адрес электронной почты. Адрес электронной почты ozp@rfree.ru. Адрес электронной почты есть у нас на нашем лендинге ozp.rfree.ru. Да, и в том числе в чате ответили. Вчера была дата подачи до 18.00, в презентации указано, какая реальная дата. Так. Итак, коллеги, значит, объясняю. Значит, есть два отбора. Один отбор – это на получение статуса особо значимого проекта. Прием заявок осуществляется с 5 сентября по 18 сентября. И отбор на получение гранта AirFreed. Здесь прием заявок осуществляется с 12 сентября по 20 октября.
первом случае результатом вашей заявки является включение в проект, в перечень проектов ОЗП. Во втором случае у вас результатом является предоставление или не предоставление гранта. Следующий вопрос. Срок реализации в лендинге от 6 до 60 месяцев. На госуслугу срок реализации, весь цикл работы по созданию и внедрению заказчика аналога используемого зарубежного решения в течение от 2 до 5 лет. Какие сроки актуальны? 2-5 лет весь цикл. Значит, отвечая на вопрос, в соответствии с объявлением, которое регулирует правила проведения отбора AirFrit на получение гранта, срок реализации проекта от 6 до 60 месяцев. Но я вам хочу сказать, что у нас это второе требование, то, что проект должен быть разбит на этапы. Этапов должно быть не меньше 2. Один этап у нас от 3 до 9 месяцев. Минимум 3, максимум 9. Соответственно, если 2 этапа и минимальный срок месяца, это проект реализации из 2 этапов по 3 месяца, 6 месяцев. Соответственно, от 6 месяцев до 60 месяцев. 60 месяцев – это как раз 5 лет. Следующий вопрос. У меня одно… Нет звука. Так. Сколько заявок может отправить на рассмотрение один заявитель? Один заявитель у нас… Один заявитель может направлять несколько заявок, но по разным проектам. По одному проекту подается только одна заявка. Так, дальше. Можно ли получить новое положение о конкурсном отборе? Положение о конкурсном отборе размещается на портале… На портале промоут. Коллеги, это вот как раз мы с вами при переходе с нашего лендинга показывали навигацию. Можем ее показать сейчас еще раз. Сергей, давайте покажем переход, где наша конкурсная документация. Наша конкурсная документация сейчас в электронном формате, и она размещена на промоуте. Показываем еще раз, коллеги. Заходим. Подать заявку. На лендинг. Нажимаем на кнопку «Подать заявку». Идем сейчас все там. Вот он, загрузился портал, да? Показываем. Идем номер, да? Вот. Вот. Вот это и есть наша конкурсная документация. Вот объявление об отборе, его можно в формате PDF даже скачать. Основная информация, да, вот, вот здесь? Нет, у нас как раз сейчас файлы были открыты. А файлы? Объявление, объявление и протоколы, вот они. Нажимаете на вкладку «Объявления и протоколы». Вот. Редакция от 10.09. Да. И смотрите, вот все эти документы есть, и можете скачать, посмотреть, все доступны. Давай дальше. Так, правильно понимаем, что… Можно подать заявку на конкурс только при наличии положительного решения отраслевого комитета по включению перед особо значимым проектом. Без этого решения заявка будет отклонена. Коллеги, здесь ориентируемся на порядок УЗП. Порядок УЗП тоже размещен у нас на лендинге. В соответствии с порядком УЗП определен порядок, что как только состоится решение отраслевого комитета о утверждении проекта, о согласовании проекта в перечень УЗП, вам это новая цифровая экономика поступит уведомление о возможности подачи заявки, значит, оператору мероподдержки. То есть оператором мероподдержки выступает AirFrit. Поэтому для того, чтобы отправить заявку, нужно получить решение отраслевого комитета либо комитета по, как он называется, комитета по развитию программного обеспечения. Но формировать заявку в формате черновика вы можете уже, начиная с 12 сентября, не дожидаясь этого решения. То есть, если вы заявку на проект УЗП направили, заявка подтверждена, оно цифровой экономикой, что она соответствует требованиям и передана на рассмотрение в индустриальный центр компетенции, и дальше в соответствии с порядком УЗП, вы можете параллельно формировать заявку на конкурсный отбор AirFrit. И уже в тот момент, когда будет решение отраслевого комитета, у вас будет возможность реквизиты этого решения доставить в заявку и нажать на кнопочку «Отправить». Если решение отраслевого комитета по согласованию вашего проекта в перечне УЗП не будет, такие заявки рассматриваться фондом не будут.
Да, можно я дополню ответ по второму вопросу? Значит, коллеги, у нас какая история? В форме заявки у нас есть две отдельные ячейки, которые вы увидите в том числе и в инструкции. Одна, где вам необходимо указать номер ID проекта, это тот идентификационный номер, который вам предоставляется на дашборде, когда вы подаете заявку на включение вас в перечень ОЗП. И вторая ячейка – это указать реквизиты протокола отраслевого комитета или комитета по развитию программного обеспечения. Но при этом, почему мы начали отбор параллельно? Для того, чтобы у вас было больше времени на формирование конкурсной документации, на формирование вообще самой заявки и приложения к ней. И только на последнем этапе, когда уже будут решения отраслевого комитета или комитета по развитию ПО, вам нужно будет только дополнить две ячейки. Указать свой ID, который у вас, в принципе, уже будет на момент подачи заявки к нам, и включить реквизиты этого протокола. Все. А так у вас будет больше времени на подготовку самой заявки. Третий вопрос. Кто направляет документы по проекту в отраслевой комитет? Заявитель или эрфрит? Еще раз, коллеги, два отбора. Один отбор на получение статуса по особо значимому проекту, второй отбор эрфрита на получение гранта. Два разных отбора. Но они между собой взаимосвязаны. Грант может претендовать только тот проект, который одобрен отраслевым комитетом, согласован для включения в перечень особо значимых проектов. В первом случае и во втором случае заявку с документами отправляет руководитель проекта. И как с точки зрения получения статуса через дашборд координационного центра, так и с точки зрения заявки, которая претендует на грант руководитель проекта. Ну, не сколько руководитель проекта, да, а сколько руководитель организации, юридического лица, который будет подавать заявку. Уполномоченное на подписание, да, уполномоченное лицо на подписание такого документа. Я предлагаю как бы еще раз вернуться на наш сайт и показать, где кнопка на подачу заявки на получение статуса ОЗП и где кнопка отдельная на подачу заявки на участие в отборе получателей гранта. Вот эта кнопка у нас, подать заявку. Можно вниз прям спуститься, да. По шагам. Вот. Вот здесь вот у вас подать заявку на предоставление. Первый шаг – это портал госуслуг, где вы можете получить полную информацию о процедуре того, что такое ОЗП, как подается заявка, кем подается, куда подается и что подается. И какими документами. Совершенно верно. Вторая кнопка у вас – это подать заявку на регистрацию в дашборде. Мы более чем уверены, что многие из вас уже подали такую заявку. Третья кнопка у вас. По третьей заявке на включение проекта в перечень ОЗП необходимо осуществить этот шаг до 18 сентября. Вам необходимо, в случае, когда получите логин и пароль, войти в дашборд традиционного центра и там уже выложить все необходимые документы в соответствии с порядком формирования перечня особо значимых проектов. Памятка об этом тоже приложена. Как это нужно сделать? После того, как вы уже эти процедуры прошли, можете 12 сентября заходить на портал электронного бюджета promote.budget.gov.ru. Вот здесь у нас все сведения по отбору есть. Появится кнопка «Подать заявку», и вы можете в формате черновика формировать заявку в соответствии с требованиями, которые описаны в объявлении. Здесь все документы есть. Как это сделать? Мы подготовили к вам инструкцию. Инструкция находится на лендинге. Она вот здесь. И здесь все шаги и действия полностью описаны, приложены примеры заполнения документов. И, значит, соответственно, вы можете пошагово алгоритм, что нужно и как эту заявку оформить и направить к нам. Следующий, давайте вопрос. Как и когда заявку рассматривает индустриальный центр компетенции? Как и когда заявку рассматривает индустриальный центр компетенции? Вы можете прочитать порядки формирования перечня ОЗП на сайте госуслуг. До внесения решения отраслевого комитета управляет заявкой, если вся информация про работу, что такое индустриальный центр компетенции, как они работают, по каким критериям рассматривают, все есть на портале госуслуг, на страничке, ссылка на которую есть на лендинге фонда. Дальше. Что будет, если после подачи заявки в эрфрит не будет решения президиума прав комиссии по цифровому развитию? Решение будет по цифровому развитию. Иначе, значит, процедура не будет завершена. Миша, можно опустить?
Именно решением Президиума правительственной комиссии утверждается перечень особо значимых проектов. Соответственно, после утверждения перечня особо значимых проектов будут подводиться итоги отбора в соответствии с решением Президиума правкомиссии. Да, если проект не будет включен в перечень ОЗП, соответственно, проект отклоняется по несоответствию требованиям. Еще раз, Российский фонд развития информационных технологий ориентируется на решение Президиума правкомиссии. В соответствии с решением Президиума правкомиссии будет принято решение, какие проекты получатся особо значимыми, какие нет. Каков порядок выделения граничных денежных средств? Ну, порядок следующий, то есть после заключения соглашения на специальные счета, открытые в коммерческом банке, будет поступит сумма, предусмотренная соглашением, значит, это часть 50%, которая идет на реализацию проекта в полном объеме. На каком этапе направляется данное решение? На этапе согласования ОЗП или уже на следующем, когда проект включен ОЗП? На каком этапе направляется? Решение отраслевого комитета у нас, значит, оно должно состояться до окончания приема заявок к нам в РФРИД. На этапе согласования ОЗП или уже на следующем этапе, когда проект включен? Не очень понял вопрос, о чем здесь. Смотрите, давайте мы проговорим оба срока. Да? Первый срок – это получение решения отраслевого комитета или комитета по развитию ПО. Такое решение комитетами будет принято до 20 октября. Соответственно, на момент подачи заявки у вас уже будет решение о согласовании или одобрении о включении вашего проекта в предложение по включению в перечень ОЗП. Второе решение, о котором мы говорим, это непосредственно уже утверждение Президиумом правительственной комиссии перечня ОЗП будет принято перед объявлением победителей, это значит до 9 декабря. Да. Все эти вопросы, ответы на них есть в порядке оформирования перечня особо значимых проектов, который размещен на страничке госуслуг. Доступ у вас к нему есть, вы можете открыть, и там все подробно расписано. Добрый день. Есть ли другие доступные сейчас программы? Наверное, возможно, есть, но это вопрос, или это есть вопросы к РФРИТу, то есть грантовый процесс у нас только по особо значимым проектам сейчас. На каком этапе должна быть подтверждена возможность финансирования, должно быть направлено решение на этапе согласования проекта, после того, как проект будет признан ОЗП, на этапе заявки подтверждена возможность софинансирования. На софинансирование, чтобы именно расходовать грантовые средства, если я вопрос поняла, то только после заключения соглашения, когда они уже непосредственно грант будут расходовать. То есть у вас в соглашении будет два счета. Счет грантовый и счет средств софинансирования. И когда уже этапы реализации проекта в соответствии с соглашением у вас начнутся, и вы захотите уже грантовые средства в соответствии со сметой тратить, тогда софинансирование подтверждается. Не, у нас на этапе, ну кроме того, что вот сейчас Ольга нам прокомментировала, у нас на этапе подачи заявки также должны быть подтверждения по возможности софинансирования, которое у нас составляет не менее 50%. В заявке такая информация должна быть представлена, потому что это одно из требований, которые есть к проекту. Коллеги, там у нас есть в рамках заявки заявитель подтверждает, что он соответствует требованиям заявки. Значит, если он подтверждает, он берет на себя ответственность, что может соответствовать тем требованиям, а также софинансировать этот проект. Ну, помимо этого, он предоставляет подтверждающие документы. Если это банковская гарантия, то это один определенный перечень гарантий. У нас на промоуте такой перечень представлен. Если это поручительство, то соответствующие документы. Если это собственные средства, то это другой пакет документов. Мы предлагаем вам ознакомиться полностью с тем перечнем документов, которые необходимо в данном случае предоставить. Может ли быть получателем гранта юридическое лицо, которое ранее было преобразовано из группы в акционерное общество? У нас требования по юридическому лицу любое российское юридическое лицо, не являющееся государственным национальным учреждением. Если это является акционерное общество, может. В чем преимущество для якорного заказчика, если продукт развивается разработчиком? Якорный заказчик получает продукт с 50% возмещением затрат на его внедрение, а также получает не исключительные лицензии на решение.
Якорный заказчик получает 50%. Якорный заказчик может рассчитывать на компенсацию своих трудозатрат в рамках работ по УЗП. Якорный заказчик, значит, подтверждает 50% софинансирования, 50% предоставляет фонд, в том числе, значит, на компенсацию трудозатрат. Да, мы на этот вопрос уже это, наверное, вопрос к возмещению. Если у вас, например, этап уже начался, условно, вот в этом году, обязательно он в этом году должен не раньше этого года начаться, то вы какие-то свои денежные средства уже затрачиваете на работу с разработчиком, на покупку или на заработную плату. При заключении соглашения данные работы будут компенсированы, возмещены, так скажем, в случае подтверждения их целевого характера, и что они соответствуют смете. Правильно мы понимаем, что допустимо, если в рамках субсидий предлагается доработка и последующее внедрение решения, которое ранее было внедрено у другого заказчика, например, с меньшей функциональностью. У нас там вроде требования, что не может быть одно и то же решение на финансирование из разных программ. То есть это одно и то же решение не может. Нет, это должно быть новое решение. Нет, ну, в вопросе как раз звучит, предполагается доработка и последующее решение, которое уже было ранее сделано. Если это за счет инструкции, да. С меньшей функциональностью предполагается, как я вижу вопрос, что та функциональность, которая будет доработана и разработана в рамках проекта, новая. То есть она будет изменена. Она будет изменена. У нас есть 5 результатов, которые должны быть достигнуты. Решение должно быть доработано, внедрено, введено в промышленную эксплуатацию, достигнуть уровня технологической готовности 9 и внесено в реестр. То есть по итогам реализации особо значимого проекта должна появиться реестровая запись. При достижении этих результатов, значит, считается, что грант исполнен полностью. Дальше. При подписании протокола тестирования кто обязательно должен присутствовать в составе комиссии? Тестирование это что такое? О чем это речь? У вас есть состав рабочей группы, которая непосредственное участие в рамках тестирования, соответственно, принимает. Да? И те люди, которые принимают непосредственное участие, вы их обязуете в соответствии с приказом о создании комиссии, и эти люди у вас, соответственно, будут уже принимать участие в тестировании и подписывать этот протокол. Они же могут входить в состав комиссии. Да, они должны входить в состав комиссии. Все, те люди, которых вы обязали проводить тестирование. Да, объем софинансирования должен быть не менее 50% по каждому этапу в целом или по каждой статье затрат в разрезе этапа? Объем софинансирования должен быть не менее 50% по каждому этапу. По каждой статье у вас где-то может быть 100%, где-то 20% и так далее. Перебалансировка допускается. Когда я вам говорила про смету, я вам рекомендовала каждую статью делить на 2 источника, чтобы вы избегали рисков несоблюдения пропорции софинансирования. Но если вы хотите лицензию, например, приобрести за счет средств софинансирования, потому что так должно быть, а работы оплатить только за счет средств гранта, при этом соблюсти всего по этапу 50 на 50, это допускается. При этом от проекта тоже сумма софинансирования должна составлять не менее 50%. Если продукт уже разработан и активно тиражируется на рынке, при этом его внедрение якорного заказчика значительно улучшает этот продукт в части доработки новой функциональности, такой проект может быть поддержан или приоритет будет отдаваться совершенно новым продуктам, которые еще не выпущены в массовую продажу. Я думаю, что это больше вопрос к отраслевому комитету и индустриальному центру компетенции с точки выработки приоритетов. Но у нас таких ограничений нет. Указывается роль или должность. Коллеги, в смете сейчас мы четко обозначили именно должность. Но здесь есть такая история, когда у вас идет переименование должности, и потом идет несоответствие. Вот для того, чтобы это несоответствие в последующем соблюсти, вы создаете приказ о рабочей группе, где у вас должность по трудовому договору меняется, а должность, соответственно, роль по проекту, так скажем, остается как и была. Поэтому в данном случае при формировании сметы это у вас будет должность в соответствии с трудовым договором, там инженер, архитектор и так далее. Причем она может быть указана не полностью, там, архитектор чего-нибудь или инженер чего-нибудь и так далее. То есть вы можете сокращенно указать архитектор, инженер,
а по приказу о создании рабочей группы уже эти две сущности, так скажем, должность по проекту и должность по трудовому договору привести к единому, что есть конкретный человек Иванов Иван Иванович, роль по проекту инженер, по должностной инструкции по трудовому договору он инженер чего-нибудь и так далее. То есть не обязательно прям слово в слово прописывать из трудового договора, но мы предполагаем, что роль и должность практически соотносятся, потому что бухгалтер не может быть инженером, или уборщица не может быть архитектором и так далее. То есть это две соотносимые сущности. Мы являемся крупнейшим производителем сельскохозяйственной техники, более 70% рынка. Планируем внедрение цифрового решения. Подскажите, можем ли мы претендовать на грантовое финансирование, если тиражирность при этом может подтвердиться только на одну организацию? Или обязательно иметь подтверждение заинтересованности внедрения более чем у одного заказчика? Коллеги, приоритеты устанавливает индустриальный центр компетенции, но если внедрение предполагается менее чем у одного заказчика, возможности или выбор именно вашего решения, он менее приоритетен по сравнению с тем, если это решение будет тиражироваться на отрасли или за пределами отрасли. При этом у нас есть, если обратите внимание на страничку госуслуг, там есть перечень индустриальных центров и отраслевых комитетов, и, агропромышленный комплекс тоже входит в это число. Планируется ли конкурсный отбор по треку разработка? До конца 2024 года в планах, такого нет. Вопрос пропустили там. Да. Какие конкретно виды работ подразумеваются под внедрением? В целом, коллеги, если вы имеете опыт работы на проектах по разработке чего-либо и внедряли, вы понимаете, что это предпроектное обследование, это развертывание инфраструктуры, это установка на РМ или серверное оборудование в экосистеме заказчика программных решений, тестирование, отладка, теории техподдержка. То есть зависит от того, в каком виде она осуществляется. То есть мы видим это так. Если вы видите шире, можете пояснять это в технических требованиях. В идеале, Оля, не знаю, согласится со мной или нет, если в смете, в работах будет как-то в скобках указано. Собственно говоря, это и рекомендуем указывать. Вот каждый вид работ, как я уже говорила, добавлять в скобках. Относится это к виду разработки, доработки или к внедрению. Там, тот же ввод в эксплуатацию, тестирование и какие-то иные испытания, это все относится к внедрению, те виды работ, которые у вас отдельно могут быть осмечены и обозначены по каждому этапу. Коллеги, обращаю ваше внимание, что у нас на лендинге есть инструкция по заполнению заявки. К ней приложены примеры и календарного плана, и сметы. Вы можете со всеми этими ознакомиться и посмотреть. Дальше идет. Нефинансовые активы приобретаем за счет средств финансирования тоже должны быть отечественного производства. Коллеги, все, что включаете в смету и будет оплачиваться за счет сметы проекта, без разницы за счет каких источников, все должно быть отечественного производства. Если вы понимаете, что вам нужно закупить какое-то иностранное оборудование, компьютер и так далее, это вне рамок сметы проекта. Добрый день. Среди представленных документов упоминали про банковскую гарантию. Поясните, пожалуйста, этот момент. Да, коллеги, сразу скажем напоминалочку, что у нас есть перечень документов, которые необходимо предоставлять при подаче заявки. Этот перечень мы с вами рассматривали сегодня неоднократно. В пункте 26 такого перечня есть как раз описание того, что мы подразумеваем, какой пакет документов необходимо предоставлять при банковской гарантии или, соответственно, при договоре поручительства. Ознакомьтесь, пожалуйста, с этим перечнем, именно с пунктом 26 части банковской гарантии. И в случае, если у вас возникнут вопросы дополнительные к тому, что уже указано в объявлении, то, пожалуйста, пишите нам на почту, мы вам уже дадим какую-то более детальную информацию, потому что все достаточно четко и ясно указано в документации по конкурсу. Так, следующий вопрос. Правильно ли я понимаю, что заявку на ЗП может подать разработчик, а заявку на грант кредит подает внедряющая сторона? На грант может подать, у нас проект, еще раз, отбор, который проводит Российский фонд развития информационных технологий, это
на внедрение российских решений. И, значит, у нас подает российское юридическое лицо, которое будет внедрять у себя решение. То есть не разработчик, а якорный заказчик. Правильно я понимаю, что заявку на ОЗП может подать разработчик. Заявку на ОЗП может подать разработчик в соответствии с порядком ОЗП. Ознакомьтесь с ним, при каких условиях подает разработчик. Так, вопрос. Можем ли подавать на грант разработчик ПО без якорного заказчика? Кто является получателем гранта? Разработчик или якорный заказчик? Заказчик проекта является получателем гранта. Разработчик у нас не может получить грант. Правильно я понимаю, что лицензии, которые покупает заказчик у разработчика для внедрения, осуществляются только за счет софинансирования? Да, грант, за счет средств гранта лицензии не закупаются. Да. Здравствуйте, эфир дайте, пожалуйста. Дайте добрый день. С работниками заключены трудовые договоры, одной частью которых является выплата авторского вознаграждения за созданные объекты интеллектуальной собственности. Условно 5000 ежемесячно. Эти расходы какие можно включить, собственные или в гранты? Коллеги, в рамках оплаты труда вы прописываете конкретный функционал, который они выполняют, делают в рамках мероприятий календарного плана. В рамках мероприятий календарного плана выплата авторского вознаграждения вряд ли будет у вас присутствовать, поэтому такие виды выплат, они не будут обоснованы именно функционалом. То есть что конкретно человек будет делать, ему заработная плата за то, что делать будет он, соответственно, будет выплачиваться. А то, что он уже сделал авторское вознаграждение, то это нет. И включаются ли эти расходы в расходы проекта? Соответственно, если уже это все сделано, то нет. Если в тот функционал, который будет осуществляться в рамках календарного плана, за это денежные средства и будут платиться. При подаче заявки на ОЗП до 18 сентября, когда будет ответ получен о решении на включение в реестр ОЗП? Успеем ли мы получить ответ до 20 октября? До 20 октября ответ получить должны успеете. Если проект уже включен в ОЗП и перешел на стадию тиражирования, кто может подавать заявку на грант? Разработчик и якорный заказчик? Уважаемые коллеги, на сегодняшний день был утвержден президиум правкомиссии, один перечень ОЗП сейчас, второго перечня ОЗП еще нет, он появится только в декабре. Филипп, можно я дополню? Да. Ну, судя по всему, речь идет уже об проекте УГТ-9 коробочной, который уже доработан со всех сторон, тиражируется, монетизируется. Зачем вам грант вопрос на эту историю? Зачем вам эрфрит в этой ситуации, если доработки, разработки не ведется? Смотрите, коллеги, сейчас Минпромторгом России разрабатывается мера поддержки, которая направлена на тираж, в том числе на те проекты, которые были реализованы в рамках особо значимых проектов. По линии Минпромторга, как только эта мера поддержки появится, если вам необходимы деньги на тиражирование, на внедрение, вы можете пойти на эту меру поддержки. Да, и плюс хотела бы дополнить, что в рамках нашего конкурсного отбора в 2024 году будут рассматриваться проекты, которые подают заявку на включение в перечень ОЗП и претендуют на грантовую поддержку именно в 2024 году. Следующий вопрос. Решение, создаваемое в рамках вот это, да, мы считаем? Да. Решение, создаваемое в рамках ОЗП, является ПАК. ПО, используемый входящий состав ПАК, должно быть по итогу проекта внесено в реестр отечественного ПО или ПАК, внесено в реестр отечественного оборудования. У нас там... Ну, ПО вносится в реестр Минцифры, оборудование в реестр Минпромторга. Но здесь такая история, как вы подобное решение будете оформлять в заявке, что будет объектом внедрения. Это будет оборудование или это будет производственное оборудование в цехах на предприятии? Если это будет оборудование, которое будет потом продаваться, то здесь вопрос. Мы внедряем в экосистеме заказчика или просто профинансировали создание продукта, который потом продается? То есть это немножко не в логике конкурса, второй вариант. В логике конкурса автоматизировать и цифровизировать предприятия для того, чтобы оптимизировать их бизнес-процессы, для того, чтобы производственные функции выполнялись качественнее, быстрее и все такое прочее. И создавались высокопроизводительные рабочие места. Да, Сергей, Решение. Да, это все, это последний, да? Да. Так, у нас что-то вкладка в чат еще есть? Есть несколько вопросов, да, в чат. Несколько достаточно много.
Слушайте, ну здесь больше 100 слышно вопросов. Может быть, мы этот, или по всем пройдемся? Мы на многие уже ответили, может быть. Ну, давайте попробуем, да. Если не устали, давайте сделаем. Начало тогда давайте, где там? Самое начало, да? Можно ли получить новое положение о конкурсном отборе? Отвечали, да. Так, на что тогда у нас? Нет звука, нет звука. Нет звука. Звук есть. Так, был там вопрос один. Грант-офит без... не пройти в заявке без якорного заказчика за собственные средства. В дашборде не пройти в заявке без якорного заказчика за собственные средства. Слушайте, за собственные средства это вот тема, значит, не является предметом отбора Российского фонда развития информационных технологий. Скажите, у всех старый экран чек-листа висит? Как отстает от звука? Вопрос. Чем грант на разработку отличается на гранта, от гранта на внедрение? Грант на внедрение предусматривает собой, что есть внедрение, но при этом предусматривается и доработка, и разработка. И второй момент, что грант на разработку выдается разработчику, а грант на внедрение выдается якорному заказчику. Уточнить способ получения гранта с получения средств. Сначала нужно пройти регистрацию заполнения данных в проекте до 18 числа в дашборде, а затем заявка автоматически входит. Нет, еще раз, это два разных отбора. Один отбор для УЗП, второй для получения гранта. Сначала вы подаете заявку на статус УЗП, потом заявку подаете в ERFRID для получения гранта. Подать заявку на грант ERFRID может якорный заказчик. Значит, правильно мы понимаем, что до 18 сентября необходимо полностью сформировать и подать заявку на получение статуса особо значимого проекта Минцифры. Да, правильно, там всего 5 документов. Финмодель, форма Минфина, паспорт. Да, 5 документов, которые есть на портале госуслуг. Все верно. Если проект уже включен, вы заходите, перешел стать, это мы уже отвечали. Якобы заказчик может рассчитывать на какие-то отвечали. Звук пропал. Если проект состоял в 2023 году. Нет, у нас за возмещение затрат за 2023 год невозможно. Дальше. Добрый день, коллеги. Где можно прочитать положение о конкурсном проекте? Отвечаю на этот вопрос. Так, есть ли преференция для МТК при отборе перечень ОЗП? Значит, по МТК проекты, которые соответствуют требованиям МТК, после заключения соглашения о грантовом финансировании автоматически включается в перечень МТК без проведения платной экспертизы. Вот такую преференцию получают компании, которые проходят у нас отбор. Так, а какова возможна доля госучастия компании для участников и разработчиков? У нас могут принимать любые юридические лица, за исключением государственных и муниципальных учреждений. Дальше. Можно ли менять какие-то параметры проекта после того, как проект утвержден перечень ОЗП перед подачей на грант? Если это ключевые параметры проекта, то нельзя. Ключевые параметры, вы можете прочитать их в конкурсной документации. Требования к тиражированию, коммерциализацию, разработке, требования к участию проекта. Требования к коммерциализации – это требования к проекту по разработчике. Во внедрении такого требования нет. Может быть случай, что ФИЦКАМ несет проект в перечень ОЗП, а от правительственной комиссии придет отказ. Может быть все, что угодно. Давайте дальше. Можно ли увидеть опубликованный перечень УЗП, так как есть ли требования отсутствия аналогичных решений в текущем перечне УЗП? Коллеги, перечень УЗП утверждается президиумом прав комиссии по цифровому развитию. Поэтому можно ли, да, в декабре. Можно ли будет увидеть, это, скорее всего, к правительству вопрос, а не к ERFRID-у. Дальше. Можно ли предоставить текст документов о подтверждении заинтересованности, а позднее, как у всех крупных компаний, длинные корпоративные процедуры, такие документы сложно получить быстро и круто. Для подготовки заявки на получение гранта ERFRID у вас 38 календарных дней. Это более чем достаточно, чтобы получить любые документы. Тем более, что перечень у нас не заоблачный. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как возможно, чтобы дата начала реализации проекта была не ранее подачи заявки, если УГТ должно быть не ниже 5, ведь продукт должен еще дорасти до 5. Если ваш продукт не дорос до уровня технологической готовности технологии 5, вы не можете подавать нам заявку. Дальше. Если шаблон письма о намерениях о внедрении,
Все письма в инструкции, посмотрите, там все есть. Добрый день, спасибо большое за вебинар. Подскажите, пожалуйста, каким образом просчитать базовые цифры? Что возможно, это в контексте тиражирования и экспортного потенциала. То есть вы можете обратиться к экономисту, из открытых источников взять данные, какие, там, какой запрос существует на подобное ПО. Бывают отчеты международные, бывают российские отчеты. Интерполировать примерно это на свой программный продукт, на свою отрасль и вывести некоторые цифры. Вот. Это что касается других там, стран. Если вы защищаете проект УЦК, то всего скорее у вас уже налажены некие отношения с компаниями подобного профиля с вашим, и вам не составит труда запросить письма о заинтересованности в этом программном продукте, если ИЦК его поддержала, соответственно, компании, входящие в ИЦК, и его как бы, радиус в курсе о том, что этот проект важный, нужно за вас все проголосовать. Вот. Добрый день. Могут ли несколько крупных заказчиков на одно решение разработчиков с адаптацией под свое производство? Коллеги, грантополучателем может быть только одно юридическое лицо. Дальше. В форме таблицы ПЭО во вкладках «Персонал, трудозатраты, расходы» информация проводит только для крупного заказчика или для разработчика точки. Для заказчика. Дальше. Могут ли быть признаны ОЗП решения, являющиеся передовыми и новыми, а не заменяющие ушедшие иностранные решения? Посмотрите определение. У нас определение либо это импортозамещение, либо решение направлено на ускоренное развитие IT-отрасли. Добрый день. В рамках проекта может дорабатываться и внедряться ПАК. Может дорабатываться и внедряться ПАК. Заявку подает заказчик. План тиражирования должен подготовить также заказчик по своим предприятиям, на чьи имя должно быть написано письма о потребности. У нас образцы писем приложены к конкурсной документации на промоуте. Там есть и правильные формулировки, и указано, кто и на чье имя должен подписывать такие обязательства. Ознакомьтесь, пожалуйста. В случае, если возникнут вопросы, пишите нам. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую выгоду получает якорный заказчик? Заказчик вкладывает деньги, полностью несет ответственность за успешную реализацию проекта разработчиком. Нет возможности иметь собственности ПО. Можете подробнее рассказать про мотивацию участия в программе? Уже рассказывал. Давайте дальше. Добрый день. Может ли подаваться на ОЗП разработчик без якорного заказчика? Коллеги, разработчик подаваться может, но условия подачи заявки разработчика описаны в порядке ОЗП. Ознакомьтесь с ним, там есть ответ. Нет, нет, разработчик без якорного заказчика подаваться не может. А, без якорного подает заказчика? Заявку. Участником отбора AirFreed может быть только заказчик проекта. Хорошо. Как правило, разработка плана испытаний и тестирования является частью проекта. Обязательно его утверждение на старте проекта. В данном случае вы разрабатываете план испытаний и тестирования всего решения, а в рамках отдельных этапов у вас план тестирования отдельных разработанных частей и так далее. Поэтому план испытаний и тестирования, насколько я понимаю, он является верхним уровнем ТЗ. Да, вы в техническом задании, если делаете его по ГОСТу, то знаете, что есть пункт, условия тестирования, ввода в промышленную эксплуатацию, все условия для проведения испытаний. Вы можете описать детализированно на основе локальных актов заказчика, как проводится испытание в целом, но детализировать это можете в частных технических заданиях и прописать это, разбить по этапам, когда что вы внедряете, что вы тестируете и так далее. Так, добрый день. Разработчиком ПО может быть государственная организация. У нас, в принципе, по форме юридического лица в части разработчиков требований нет, да, но у нас есть требования по расходам, которые... Да, на, да, есть требования к разработчикам, с которыми следует ознакомиться. И в том числе требования к составлению смети, о том, что Ольга говорила, да, что на государственной организации могут... расходы на заработную плату быть только не более 50%, если не услуги. На услуги, не более 50%. Да. Так, следующий вопрос, Ольга. По инфа, серверам и прочим, нужны конкретные артикулы и названия? Смотрите, когда вы зашиваете инфа и сервера, какое-то оборудование, вы уже точно знаете, для чего оно вам нужно, и покупаете. Поэтому вы пишете название,
и его технические характеристики. Артикулы не обязательны. И вы можете, добавлю, напомню коллегу, был кейс, когда были прописаны досконально артикулы, но не был учтен момент, то, что производитель, который внесен в том числе в реестр Минпромторга, меняет периодически свои артикулы по своим внутренним, опять же, локальным распорядкам и не обязан сохранять те артикулы после изменения его конфигурации из-за того, что следующее поколение процессора вышло, материнская плата с другим чипсетом, там другой объем памяти и так далее, и так далее. Поэтому лучше пишите характеристики без артикулов, вот, потому что завтра, послезавтра этот там разработчик-производитель изменит артикул, и вам придется доп. Соглашение заключать на изменения во всех документах, очень объемный труд совершать, чтобы все везде поправить, во всех тех заданиях, во всех календарных планах и так далее. Коллеги, вот следующие два вопроса. Правильно ли я понимаю, что весь пакет документов, который обсуждаем, должен быть подготовлен к 18 сентября? И все это очень интересно, но я так и не понял, это вебинар для заказчиков или разработчиков, кто заявку пишет на ОЗП-решение, кто в Airfree. Давайте еще раз как бы, да, повторим, чтобы у нас было понимание, что у нас заявка до 18 сентября подается заявка на включение в перечень ОЗП, и у вас есть возможность, которую мы запараллелили, в течение 38 календарных дней последующих, начиная с завтрашнего дня, формировать заявку на подачу на получение гранта. На получение гранта заявку подает заказчик. Так, дальше. Следующий вопрос. Может ли заказчик осуществлять внешнее решение у аффилированных лиц или только у себя? Это предполагает, что площадка внедрения. Площадка внедрения может быть несколько. Дальше. Значит, софинансирование может предоставлять только заказчик или разработчик тоже. Соглашение о предоставлении гранта заключается между фондом и грантополучателем. Грантополучателем у нас является заказчик. Поэтому софинансирование предоставляет заказчик. Дальше. За 2024 год ЗПУ и ДР расходы для возмещения включить смету можно? Да, можно, если у вас этап, например, начинается с 1 июня и в конце декабря у вас он закончится. Вот эти расходы при подтверждении их целевыми возможно впоследствии возместить. Коллеги, первый этап получения ОЗП разработчикам. Коллеги, еще раз, подать заявку на отбор РФРИТА может только заказчик. Подождите, читаем этот вопрос. Дальше. Почему вы проводите презентацию с последнего этапа подачи заявки в Airfreight и еще с такими нюансами? Среди всех участников сегодняшнего вебинара все уже получили ОЗП. Коллеги, ну опять мы возвращаемся к предыдущему вопросу. Значит, подать на ОЗП вы можете до 18 сентября, но и исключительно ради того, чтобы у вас было больше времени на подготовку качественной заявки и приложений к ней, есть возможность уже начать формировать ее завтрашнего дня. Для тех, кто уже подал заявку на включение в перечень ОЗП, прием наших заявок будет до 20 октября. Откуда вы взяли, что статус ОЗП по проекту внедрения получает разработчик? Скажите, ответ на предыдущий вопрос. Коллеги, вопрос. При подаче проекта в перечень ОЗП, кстати, дедлайн 18 сентября, мы тоже разрабатываем проектную документацию. Скажите, пожалуйста, может ли документация отличаться? Коллеги, у нас есть требование, что портфель проекта мы будем сравнивать заявкой, которая поступает в Российский фонд развития информационных технологий. И ключевые параметры заявки должны биться, то есть соответствовать тем параметрам, которые вы подаете в ОЗП. Если у вас в паспорте проекта будет указана сумма гранта 100 миллионов, а в нашей заявке будет 150 миллионов, то такая заявка... Такого отличия в принципе не может быть, потому что в рамках нашей конкурсной документации вы к заявке прилагаете именно выгруженные из дашборда ваши материалы, которые в портфеле приложены. Значит, для нас вам не нужно будет разрабатывать заново весь портфель, а просто нужно будет его скачать из дашборда и приложить к нашей заявке. Дальше. Может ли быть привлечен в рабочую группу проекта работники? Да, мы уже про это говорили, да? Да, работники, заказчик, соответственно, привлекают. Дочернего общества. Дальше пишут дочернего общества. Про дочернего общества нет. Соответственно, статья заработная плата – это только работники заказчика по трудовому договору. Дочерним обществом трудовые договоры не заключаются, соответственно, нет.
откуда мы взяли, что статус проверки не получает разработчик? Это уже было. Мы тоже уже отвечали. Это конкурс по этому внедрению, так что вариантов нет. Статус забыть получает, это уже так. Включается ли затраты разработчика смету? Включаются ли затраты на разработчика смету, если разработкой будет заниматься правообладатель? Нет, не включаются. В смету включаются только расходы заказчика, получателя гранта, площадки внедрения, то та компания, где будет непосредственно осуществляться внедрение. Запись будет размещена на... Скорее всего, да. Обязательно получить коммерческие предложения от сторонних организаций, в том числе правообладателей ПО. Коллеги, по коммерческим предложениям, как я и говорила, то есть в отношении того, чье решение вы выбрали, вы должны дать четкое обоснование. Либо вы пишете в комментариях, в смете, даете развернутый ответ, почему конкретное ПО и конкретный разработчик, почему оно подходит только вам и нет на рынке другого, либо вы даете три коммерческих предложения с идентичными программным обеспечением, которые... из которых все три к вам подходят, но вы берете, например, самое бюджетное, так скажем, и внедряете. Либо даете обоснование, почему конкретно. Поэтому может быть одно коммерческое предложение, но с развернутым ответом, почему именно это. Какое соотношение расходов на доработку внедрения решения в рамках текущего отбора и следующего внедрения софинансирования 80 равных 50? Это лучше один ответ. Да, это ответ. 80 на 50 – это в соответствии со сметой. Там четко прописана вся, четко прописаны все пропорции, там вы сможете их увидеть. Ну, еще раз, давай попробуем. На сайте софинансирование у нас идет не менее 50%. Значит, затраты на внедрение до 20% у нас, доработка до 80%. Да, все правильно. Есть ли разные интеграторы по разным программным продуктам? У нас нет интегратора. Дальше. Можно ли разработчику заключать договор с холдингом через его внутреннего интегратора? У нас есть возможность у разработчика заключать соглашение с подрядчиком, но есть ограничения. Есть ограничения в 20%. То есть разработчик может привлекать для себя подрядчиков, сторонние организации, но в рамках 20% от стоимости, полученной от получателя гранта. Услуги по софинансированию должны быть отражены в КП. В календарном плане? Коммерческое предложение? А коммерческое предложение? Нет, не должно быть. Дальше. Если заявку на грант подает якорный заказчик, а тиражирование будет заниматься не якорный заказчик, а правообладатель, то план тиражирования будет нулевым или нужно получать данные от разработчика? Я думаю, что это вопрос к коллегам из Минцифры. В нашем случае... Мы не требуем, то есть требования по плану тиражирования – это тот портфель проектов, который вы представляете в индустриальный центр компетенции. Наша задача – только сверить ключевые параметры по нему. Но мы готовы ваш вопрос передать ему цифру, чтобы ответить на него. Так, все кому предоставляет разработчик, грант предоставляется якорному заказчику. Дальше. Прошу уточнить, какие затраты принимаются за счет собственных средств. Коллеги, слушайте, но еще раз, смотрите наши документы и конкурсную документацию. Там все об этом написано. 10 раз одно и то же повторять не будем. Коллеги, по предыдущему вопросу. Правильно понимаешь, что понятие? Можно, да? По предыдущему вопросу по поводу плана тиражирования. У нас, в принципе, в перечне документов есть также образец обязательства, который предоставляется разработчикам по дальнейшему внедрению и тиражированию решения. Поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с конкурсной документацией. В случае, если все-таки вопрос ваш будет не снят, можете написать нам на наш электронный адрес, мы попробуем отработать его, в том числе и с Минцифрой. Так, да. Следующий, да? Да. Правильно мы понимаем, что понятие интегратора не используется, только разработчик. Да, правильно. Сколько может участвовать разработчик в проекте? Может ли у заказчика быть исполнитель какой-то контрагент? Заказчик, не разработчик и не исполнитель. Коллеги, у заказчика может быть один или более разработчиков, но разработчик и заказчик не должны быть аффилированными лицами. Давай закончить на этом. У нас, в принципе, если в паспорте проекта указано основное... Закончилось, да? У нас время, да, мы в 17:00. Коллеги, к сожалению, у нас 17:00 завершается. Мы предложили завершить вебинар. Вопросы, вижу, остались. Мы вопросы все посмотрим.
значит, просьба, тогда кому мы не успели ответить, напишите свои вопросы на почту www.sobaka.airfree.ru, и мы на ваши вопросы дадим вам ответы. Постараемся это сделать максимально оперативно. Всем огромное спасибо за участие в вебинаре, и мы будем очень рады вашим проектам в нашем отборе. Спасибо огромное. Всего доброго. Желаем удачи. До свидания. Всем спасибо большое, Сергей. Спасибо. Спасибо. Катя, Наташа, Боль, спасибо вам большое. Спасибо большое. Да, вам тоже.